Сырный зуб, а тут кого ждали только что полчаса, блядь. Mm. Это тоже есть, я, да. Обосрашку одну. Да. Ромчик! Мать твою, я запрыгнул! Ебать, ну ты сейчас про мать, ну, про мать что-то скажешь, нахуй. Сперму, блядь, за что? С первого. Чё, стартуем? Да. Pump it up! Let's go, pump it up! You gotcha, pump it up! Так, холод и голод посильнее теперь. Все пишут, что 10 FPS. Блядь, ебать, можно только 2 пушки взять, да? Так вот 10 FPS не лагает ни капли. Слышали правила? Холод, голод сильнее, можно взять 2 пушки. Холод, да, голод, да, сильнее, правило. Можно взять 2 пушки. Голод, сильнее, можно взять 2 пушки. Даже, да, слышишь? Да. У некоторых. Можете 3, я буду в каюте. Хороший момент. Вперёд, вперёд. Ну чё, сучары ебаные, обосранные? Пиздал он? Я с Рамчиком трейдер, блядь. Пас. Трейдер? Поехали. Всё. Ну-ка, нормально! Оп, папера! Я гадьте, помпи... Блядь, вы, ну всё, мне сейчас заезд эта песня. А кто я, кто... А я охотник. А, да, что, Даш? В настройках посмотри... Не Даш, Лер, в настройках поле зрения посмотри. А что там? Да похуй, Лера, Даша, блядь. Кого ты ебёт, блядь? Сиськи есть? Нормально. Сколько у тебя там поле зрения? Вот это? На 110 поставь себе. Мьютись. Ладно, я не буду скидывать ни одной карты. Блядь, скинул. Ну я долбоёб. Ну мне не хватает одной. Бля, ну и залупа пришла. Похуй. Ничего не, блядь. Мужички! Столько шансов мне игра давала. Они Атар, замутим в дискорде. Сейчас. Ох. А-ля-ля-ля-ля, меня слышно? Пам-пи-ля-пу-ли-пум. Меня слышно? Такой Вадя Акерман. Меня слышно? Меня слышно, ребят? Это я, лохи ебаные. Алло, меня слышно? Сейчас, посмотрим, как его настроение поменяется. А мы рпшим или просто играем? Алло, ребят. Алло, нахуй. На ноль что-то. Тяни, хуйсос. Так я нажимаю. По настроению. Вроде. Как ты это понял? Я не трейдер, а ты бы обрадовался, если был бы со мной трейдером, а другими нет. Поэтому алло, я понял, меня слышно? А ты вроде перепинжил. Да. А мы что, не сюда скидываем? Да, всех, к сожалению, слышно, подруга. Алло, меня слышно? Да, к сожалению, тоже, да, слышно. Да, уголь вам. Ня-на-на. Пампира. Я гончим бомбиром. Ну, пампира. Ром, ты белый? Гончим бомбиром. Всё. Алло. Меня слышно? Да. Так. Я у штурвала, если что, заводите. Проверьте, сколько. А почему, кстати, в профессиональной игре? Скидывают уголь на спаун в начале, на спауне. Я тебе сейчас сломаю, нахуй, ебло, блядь. Чат, может вы ответите? Я тебе не то, что ебло сломаю. Короче, я смотрела игру Макатау, они в начале игры на спауне кидают весь уголь. Типа, может это чтобы одному челу, типа, скинуть? Я дымоход закинул, только что. Я принесла. Я тоже принес. Взрывайте, я поехали. Ааа, чтобы никто не... Ебать, это гениально! Два трейтера не принесли. Да. Что, видели, кто скинул, а кто нет? Что? Ну, да, блять, это... Вот сбежал. Видите, я уже... Видите? Гайды просто прошли не зря. Не напрасно, так сказать. Тири-тири-ри. Да. Так. Лерон, что-то укололось! Идите все сюда, идите все сюда. Ладно. Я показываю вам фокус, смотрите. Фокусник Казаков один, смотрите, берем уголь. Так. Берем уголь. Только не меня. Кидаем. О, ты, ну вот, ты дурак! Вадим! Фокусник Казаков Вадим, Александр! Да, я его! Только не меня, блядь! Вы чё, ты, суки? Что в фокус, блядь? А где Диман? А где Ликс? Сука, ебло, Ликс реально просто сбежал? Да. Не оганчаем бомбером. Блин, мне лук не очень нравится. Вали сбил. Я не видел кто? Может, кто меня ударил, блядь? Зай, хочешь фокус покажу честно тебе? Сказать, это меня топором ударили, Вать, а это инженер, это Натаха. А, это Юечка. Ром. Вать, сестра, да, Маш. Ой! Видел, а если я наступлю? Не. Да, вижу. Урон нанесется? Блядь, я стрелу проебала. Сучара, Вадим, сюда тебе иди, стрела. Ебать! Сука, похуй. Да, за тобой бегут. Не оганчаем бомбером. А чё так медленно бегу, так всегда?
Это мою! Это мою! Не друг! Не друг! Ой! Ты куда-то спиздил, блядь! Я нечаянно уронил! Скиллзор все спиздил у меня! Подожди меня, я хочу с тобой! Скиллз, отдай! Поле зрения сейчас. Ром, подожди, я хочу с тобой играть. Поле зрения. Все. Варягуль. О, нихуя я что прося. О. Уголь. Ну, блядь, скиллзор мне все спиздил. Все, залутали уже. Ну, блядь. Класс. Тоже уже залутали нарды. Да. Что? Мне не разрешало сейчас туда идти. Опять! Нарды. А что, он быстрее не разгоняется? Блять, ну да, я опять. Ото всех отошла. Ну потому что меня спиздили. Я сразу все передам. Куда надо. А это же не откапывается. Да я думаю, меня сейчас никто трогать не будет. А нет, тут кто-то уже был. Или то, они бывают пустые, да? Баннер перед Ин. Сейчас, дорогие. Дорогие мои, сейчас. Так, у меня не ходит почему-то иногда. Так, ребятам пойду. А, вон они, они уже на корабль тут зашли. Так. Я, короче, научилась этой игре. Все. Так, это мне поможет. Тирик-тирик. Кто корабль везет? О, здорово. А я не знаю, кстати. Жилки выбросить. Даш, ты тут? Ладно, похуй, пусть они везут. Там, походу, кто-то рофлит, бля. А, не, ну они ровно ведут. Кот? А, мне кажется, мне кот потом не пригодится просто. Хуй соберем, блядь, все числа. А, сейчас. Ну, похуй. Пока прямо, кстати. Можно чуть-чуть правее. Запомнили чат? А, ну да, они нормально везут все. Все, прямо. Теперь левее. Левее. Поворачивай. Все, теперь прямо. Но Лера и Даша пока мирные. Все, топливо закончилось. Не-не-не, я несу угли. Ой, несу. Я тоже еще уголь возьму сбоку. Давайте. А поджигай ты за рулем? А сколько ты рулем? Подожди, я еще два принесу. Давай. Скидывай мне. Ну, ты успеешь докинуть, пока оно разожжет еще. Я уже разожгла. О, там кто-то бежит, слышь? А, это ты, Даш? Это я. Все, понял. Направляй пока Леру. А, блядь. Скажи, сейчас. Хорош, Максю, давай. Короче, прямо. Направо, там айсберг слева. Направо, примерно 20 градусов. Направо, правее. Хорош. Все, прямо. Нет, теперь левее. Сейчас мы, блядь, в боки у нас. Левее. На 30 градусов. Не, все нормально, все чисто. Все, по кайфу. Прямо. Красотка. Блин, а тут туман, я не вижу. Налево. Стой. Стой. Я не вижу тут, куда. Сейчас я пропрыгаю. Подожди еще, Макс. Да разжигай. Я сейчас тоже, может, положу. А там нитроглицерином вот этим нужно раздолбить. Тут айсберг, да, ребят. Да. Ну, let's go тогда. Просто, но подальше.
Даш, пойдем лутаться. Даш, я тебе доверяю просто. Стоять! Корабль сломаешь! Так я не слышу и говорю, говори, куда ехать. Блять, ну вы гоните нахуй. Корабль разъебали. Не, я же говорила, зай, типа, сто... Блять. Плыви дальше, плыви дальше, плыви дальше, плыви дальше. Плыви пока дальше. Я не знаю, куда. Я же говорю, стойте. Что, что? Я починю сейчас, у меня есть чем чинить. Вы, блядь, врезаться хотите? Я говорю, стоять! Ой, бля... Понятно, Лера трейдер. Ёбаный рот. Лера, блядь, до этого все нормально вела. Ну, не знаю. У нас топливо заканчивается, вы говорите, стойте. Вы обсуждаете, кто с кем тянется. Я говорю, скажите, куда плыть, я же не вижу. Я же говорила, стой. Я ходила за топливом тоже. Там Наташа стояла, вроде ждала. Да, я же говорила, стой, стой, стой. Я говорила, стой, там айсберг. Несколько раз повторила, ты едешь, едешь, едешь. Так, топливо же тратится, они же закинули 4 рубля. Могу сказать, влево, да, и руля, или там вправо. У меня 2 угля еще есть, мы еще можем проплыть. Есть еще доски у кого-то? Есть чем починить, у меня вообще да, ничего есть нет. Доски, есть доски. Я может, просто замерзла, я стою греть. Блять, а есть у кого разы? Где еще? Тут еще 3. Мне еще одна доска нужна, буквально я одна дам, доска. Дам. Блять, у меня нет. У меня нет этой топора. Сейчас я сделаю, попробую. У меня есть. Блять, не тут. Фак! Куда тебе дать? Фак! Я в покер. Дэм. Даю, даю. Ну да, у меня... А я же не могу его сделать. Блять, а вот по поводу топора вот этого, я не знаю. Не топора, а... как это было? Бум-бум-бум. Молотка, во. Я не знаю как. А доски больше не нужны? Ребятки? Мне все больше нужны. Угу, понял. Mm-hmm. Ну, по луту пока такое себе, если честно. Угу. Иди, у нас 2 рубля, можно еще проплыть мне. На 2 рубля. Проплывите. А чё, ребят, если топливо... то есть... пока зажгли, он не может остановиться или что? Он не может просто так гореть? Ему обязательно... Ему обязательно нужно ехать куда-то? А, да. Меня убьют. Первый это Ромчик? Я знаю. Вай, ты не трейдер? Я трейдер. О-о-о. Первый Ромчик, а, второй а... Вадим, еще третий. Чё? Да. Первый Ромчик, но это похуй. Не трогайте его. Ебать, нихуя эти новости, блять. Не трогайте Ромчика, он хороший, но трейтер. Но это похуй. Я не трейтер, блядь. Ну не да, 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 я а верю, я верю Ваде, типа, по эмоционалу Ваде. А вот, я не трейтер, я тебе говорю, я тут, блядь. Не-не-не, я верю есть Ваде. Нет. Я здесь, Ваня. Красава. Ей же, ладно. А я тебе не дам, а у меня есть. О, а Наташа, у тебя есть две? Две есть? Нет, у меня только одна. Подружечка, дай мне жилку. Не-не-не-не-не-не-не-не. Убьешь да, меня, да. Заберешь? You got you know pumper up или you got you pumper up? Нужно понять. Pumper up. Красавчик. You got you know pumper up. Покричите кто-то. Я никого не слышу. Не алло, алло. Даш, Ромчик, Даш, Даш, Даш. Иди ко мне. Ромчик. Я уже... Даш, Даш, Ромчик, Даш. Это важно. Да-да-да. Ты тут? Давай-давай, беги-беги. Ромчик. Да-да. Если будет сложно, о. На, уколешь кого-то. Вот, на. Смотри. А, блядь. Я отравился. Он тебя отравил? Вы хотите сказать, что это я? Так нет, блять, я же не бегал даже возле Вадима. Я умру сейчас. Всем пока. Не, надо донесу. Не, я тебя донесу. У меня нет. А у вас сумки доктора? Ну вот, потому что, посмотри, у вас сумка доктора залутана. Кто-то при вас сварил. Я только что сейчас пришла. Ой, Вадичка бреет. Ром, а Вадя правильный шприц его спасет, нет? Нет, спасает только антидот. А, только антидот. Спасает только противоядие, ребята. Уйдите, пожалуйста. Не надо, я все делаю. Успокойся, ну, девушка, ладно. Блядь. Я, кстати, не отравилась, все ребят. Уже, ебать, чай все был. А кто чай делал, ну, ребят? Да. Кто чай тут подождите. Делал? Подождите. А как я отравился, если я ничего не ел? А. Я же пришел, кто-то уколол, кто-то с вами на корабле. А кто чай, ребят, делал? Юечка, ты делал? А нет. Вадь, ты делал чай? Кто пришла? А, ну значит... У Леры, у Леры. Короче, я отравилась... Лера была? А ну, я тут при чем? Нет, стоп, не Лера. Как? Другой скин был. Другой. Такой мальчик носатый. Это не такой, я. Понял, я блюю, короче. Опа, пизда. Отравили. Ну меня отравили. Так это Максим Шадукек первый. Какой, блядь, сука. Что, Рома, блядь, алло. Похуй. Максим Шадукек первый. Второй Ромчик. Буду блевать. Помогите мне.
Я, кстати, не нам знаю, нужен антидот, у нас Наташа блюет еще. Да, мне пизда. Я Наташа могу дать, придите в печку, придите. Печку иди, печку. Ко мне, в печке, да, я дам антидот. Печку да, туда не... иди. Да, иду. Туда, вот сюда иди. Вот, вниз Гуша. Кинула, вниз пей, кинула, нахуй, вот антидот, быстрее пей. Все, спасибо большое. Слава, спасибо. Даша, тебе покушать ничего нет? Ебанули. Не, мне покушать не надо. Ну, мы пока вместе все. Лер, ты тут? Лер. А почему? Да, а почему корабль стоит боком? Потому смотри, что Лера смотри, а ребят, чел стоит, киньте. Да есть еще у Леры есть по умолчанию, так что у меня и один вас зовут пизда. На эту сумку доктора. А почему я не могу разобрать труп? Ты можешь, Наташ? Осторожно, а траву тоже можно? Нет, я не могу. Ну ты же разделала уже его, нет? Нет, я не могу. Ром, у тебя есть уголь? А что ты тут делаешь? Нет, я пока ничего не делаю. Я просто пришел поиграть на выбочке. А, как-то странно, блядь. Кто? А. Тут уголь еще не поведу. Натали, что ты делаешь тут? Прилетаюсь. А, баннер ёбана. Так, все, я сейчас. Оп. Все по красоте убрал. Опа. А, это 5 максимум можно держать. Ладно, зачем мне столько? Можно гвозди сделать, правда? Ключ спо... А я могу тогда? Чем? Я просто не знаю, на какие ключи подходит. На все, видимо, да? Ключи подходят и для тюрьмы, и для вот таких сундуков любых, да? О-о-о, имба. О, это я что могу скрафтить? Чем? О, я сырое мясо съела нечаянно. Блядь. Так, молчать. Ну, блядь, пизда мне. Ну, ладно, я найду свой труп, если что. Но я не смогу добежать до антидота, да? Но у них нет, скорее всего. Даш, ты меня слышишь? Зашуль. Рома, тебя нет? А, похуй. Это Клэп, я тут. Да. Даш, ты тут? Даш. Да, я тут. Что? Даш. А, нет, стоп. Это не Катя Клэп первый. Ромчик. Я что? Где? Ромчик. А. Это не Катя, я не могу сделать. У кого один. Носатый скин такой. А вы не можете мне сделать антидот, пожалуйста, ребят? Нет, я опять отравилась. Тебе, ты, в смысле, тебе давали антидот? Только что, я опять отравилась, ребят. А, ну у меня нет антидота уже. А, ну может это быть, Даша, есть? Наверное, антидот отравлена. Нет. Я съела сырое мясо случайно. От сырого мяса не блюют сейчас, если что. Ты бы, если даже блюют, то очень мало. Да походу это, тебя Даша отравленный антидот дала. Но у меня нету, тут все залутано. У меня антидот был. У тебя не было антидота, у тебя было 10 пороха. Его спиздили, значит. На порох, ну, зачем плохо. Тебе 10 пороха, Лимон? Блять, они мне сейчас мой труп залутают еще. Интересно, я прям с концами умру, да? А у тебя же пистолета нет, Лимон. Я искал, бегал, что ты думаешь? Я... Пизда, блять. Я сейчас если бы крафтила, типа. Ты до сих пор? Да. Да, так ее Даша отравила, скорее всего. А че так долго? Так потому что ее отравили. Бля, может, я понял, вы... она же умерла бы уже давно. Не на не. А, ладно. Сейчас я разбегу. Есть ключ? Ну, сюда, блядь. А, так ты перестала обливать, слышь? А, не, Наташа умерла, блядь. Не лутайте ладно. Меня. Я не буду лутать. Но Наташа мирный инвентарь, так хотя, блядь, смотри. Так а меня-то кто залутал? У меня лута пиздец сколько было. Дим, тебя кто убил? Я сам умер, я долбоёб. Ром, на. Я спрыгнул, блин, со скалы, не зацепился. Ближе к кораблю умрёшь. Наташа, я открою, у меня один ключ чисто, потому что у тебя стрим. Блядь. Окей. Сука, греете меня. Я запуталась. Есть на корабле ещё? Ну тут ликс ещё закрытый. Кого отравила? Есть на корабле? Где ты, Наташа? Да тут, это я. На ту сзади. На кого вы?
Не знаю, не на меня. Я не знаю, но на корабле кто-то был, пропал. А где? А, мой труп недалеко? Ну вы обратите внимание, что Макса нет рядом, хотя Макс вел корабль. Где, где, где? Можешь по этому помочь? Корабль, так твой, вот смотри, выходишь, и вот тут корабль есть. Понял, слева. Аккуратно, аккуратно, там работа. Ребята, один первый это Макс. А тут еще кто? Ну смотри, меня золотали, сейчас посмотрю. Алекс нормальный? Даш, 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 иди со мной, пожалуйста, Даш, Даш, Даш. У него типа было 10 этого пороха в инвентаре. И не было пистолета. У меня золото, ребята, это еще было. Бочки не было, Ром. Ну и да, что? У тебя я же не одна бочка. Меня сейчас захуярят. Я же был лут для бочки. Кто умер? Я умер, выпустите. Макс, а, трейдер. Макс трейдер. Блядь, я... Какой Макс трейдер? Меня каннибалы съели, блядь. А, подожди, у меня я труп же здесь Рома был прям. Трейдер. Давайте Рому захуярим. Почему? Нет, а Роме каннибалы. А, ну же не золотали меня. Не взрываешь, да, ничего, блядь. На меня, во-первых, каннибалы вызывали, во-вторых, ты, блядь, я у нас помню, на тебя не вызывали каннибалы. Я не помню, вызывали каннибалов, на меня вызывали. Я тебя не отравляли. А как зажать? Не вызывали каннибалы, всего два раза каннибалы вызывали. Меня вызывали на тебя каннибалов. А я могла чисто, ну... Как это? Меня вызывали по функционалу? Он, а, скиллз? Скиллзик, а чё ты не с нами бегаешь? Рома трейдер, короче, он потому что я, наверное, жарил еду себе. Рому убивали один раз? Не, нет. Да, нет, не убивали, но Рома чисто физически, типа, я могла отравиться. Я просто не знаю, сколько тайминга нужно ждать, чтобы отравиться, например, от антидота. Он всё спиздил, он прокололся с ганнибалами. Пистолет, да, я сейчас иду. Ну, Вадя тогда получается второй, наверное, хуй знает. Да, Вадя второй, ебать, еще нахуй одно твое слово, и ты больше не играешь в эту игру. Нихуя. Это разработчик игры? Ребят, нам нужно вместе играть. Давайте, давайте я сейчас, это, поедем. А кто бы лут забирал? Никто не лутал меня? Тут печка. Рома, Рома. Я у тебя только кирку забрал. Бля, ну дай, дай Макс кирку, пожалуйста. Да я умер, Дима. А, ебать. Давайте поведем корабль, давайте поведем корабль, ребят. Ну давай, запускай степашку, блядь. Маркет гоу делит. Мне не нужен лук, я не люблю луком. Бочку. Сейчас. Помогите кто-нибудь, всем что, фокус. Что, Даш, что, Даш? Я просто не вижу, куда везти. Все убежали. Я говорю, давайте проведем корабль, у меня есть уголь. Ща, всем коть. Просто поебать. Сейчас, 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 коть. Я не вижу, куда я веду. Если я ебут, то это я... не моя вина. Я поднимаюсь, 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 Даш. Да, ты не... тут надо внизу везти. Да-да-да, я иду. Да а, ну ты меня не услышишь, не, да? Не могу. А, налево, 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 налево. Дашуль. Налево, налево. Ну, все, 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 все уже все, доехали, да, доехали. Поняла, поняла, поняла. Ребят, ну я пиздец, я его развернула просто. Ну потому что, да. Потому что я сказала, давайте поведем корабль, все убежали нахуй. Ну это пиздец. Я в тильте. А просто. Я не могу киркой захуярить айсберг. Конечно, не могу. Да, да, да. Дашуля, у тебя есть еда? Лера, у тебя есть еда? Да, блядь, я говорю, давайте поведем корабль, а все нахуй убежали. И типа... Макс, и Вадя, и никто не помог. И просто они сбежали, типа, всем похуй. В смысле, давайте вести корабль? В смысле? Ну, уже так все, у меня нет, блядь. Нет, у меня нет, был уголь, я говорю, мне нужна иди была сюда. Помощь, но все убежали, никто не помог. Я смогу догнать зайца? Блядь, я как дура бегу за этим зайцем, чтобы поесть! Умоляю, остановись! Пиздец. А вы видели клип Димана, где он 4 раза промахнулся и потом еще и сдох, блядь? Ну, я кушать хочу просто. Ребятки. Как? Как скинуть? Хотя бы одним. Хотя бы чуть-чуть. Оп. Оп, поела.
You got your new bumper. You got your bumper. You got your new bumper. Иди дальше, слышишь? Там медведь, он тебя убьёт. Там медведь, он тебя убьёт. Не, я его захуярю. Хорошо, давай. А где медведь? Шо? Ладно. А-а-а, там медведь! Чего вы, блядь, ржете? Что? От кого это мясо? Ага. Пистолет заряди, а его надо заряжать? Да нет, вроде. Он же заряжен. У меня есть 3 патрончика. А, или... Вот так? Сука! Байтеры! Мы наши байтеры. Сделай еще патрон. Да я у иду. У кого-то есть шестеренки? А, нет. Катя Клеп тут ходит. Это я. На кого-то вызвали, да. У тебя есть покушать, Вась? Нет. А доски есть? Бегут. Я побежал спасать. А, да, пошли, я иду. Я тоже с вами. Бегу, бегу, бегу. Ох. Говорят на букву R, так я нажимала на R, прикол в этом. Чё? А на кого вызвали, ребят? На Лерку. По погоду не упади. Слева есть, да. За тобой идут, бегут Степаны. Я понял, понял. У кого, у кого-то покушать есть? Гайс. Нет, 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 нет. Нет, Ганнибалов. Короче, я прихожу, да, Ганнибалов. Блять, нет покушать ни у кого вообще. Надо. А мы медведя не убивали еще, да? Давайте медведя захуярим. У меня есть капкан. Надо не один. Ого. Ну спасибо, надо, блядь. Надо 5 капканов. Я чуть не умерла. Не, у меня ни одного. Блядь, устала этот. У меня просто мини-деление. У меня вообще еды нет. Я сейчас умру, короче. От чего? О, вызвали, походу. От того, что не ты знаю, меня мне скиллс очень Сори, блядь. Блядь, мне опять нахуй девочка по голове ударила, пиздец. Ну я же не специально. А, это за мной? А, нет, это на Ваде. На меня. О, Рома стреляет спокойно. Рома, это, ты... это я. Ну то, что да. Разожгите кто-то костер, пожалуйста. У меня нету дерева. Я. Я только что выбросила дерево где-то здесь. У меня еды нет, ребят. Я через полжизни умру, типа, и навсегда. Ну вот, сейчас жарим. Сейчас возьмем. Две мои. Я доски скинула. Я одну свою скинула. Можно одну съем, пожалуйста? Так хавайте человечину. Ну, я хаваю. А, это все человечина? Ладно, похуй. Да похуй, похуй, ну, ешь, ладно. Уже, уже конец а игры. Я свою съела. Тебе главное выжить уже. Все понятно, да, что не ты троих? А чё вы забираете-то еду? А вот. Так, блядь, вы пиздите, я говорю, сейчас умру, нахуй. Да, ебать, у меня стейк долго готовится, я в ахуе. Жадины, блядь. Пиздец, ну вы нормальные, нахуй, ну я говорю, вот, поесть одну. Я разожгите костер, нахуй, здесь короче. Лежит одно мясо, Наташ. Я тебе скинула обычное, не человечное. В костре обычное, мясо живое. Я сейчас еще раз сделаю ганнибал, чтобы поесть. Вот, готовое, забирай, ешь все. Да я ем. Берите а очень много досок и камни. Я тоже. У меня очень много этого. Я доски все скинул, по идее, у вас все должно быть. Я взяла доски, я сейчас разрушу. Нам надо взрывать как-то айсберг. Ну, нам нужно идти, типа, брать очень много камней, и это... Сейчас надо выйти. Камней? О, меня да, камней кидаться в этого, в...
палками. Отравили, бля. Кто-то среди нас трейдер еще. Опа. На, антидот, вать, на. Подожди, Лерин был, короче. Вать, вот антидот. Он может быть тоже отравлен. Они же стакутся или нет? Нет, нет. Не обязательно. А у кого доски еще есть? Короче, ну по идее Лера мне дала мясо. Я не знаю, пока не отравилась, но... Меня каннибалы сожрали. Гоб, собирайте камни, кидайтесь правой кнопкой. А куда у меня пропала кирка? Я еще тоже капкан тут возьму. Похуй. А я его забрала. И просто, блядь, кирка куда-то делась. Я же ее не скидывала. Можно взять кольца. Скину? Куда? Макс, беги сюда. Можете, кто-то мою кирку подобрал? Сейчас. Блядь, как я могла ее кирку? Я ж бежала, блядь, бежала сюда. Ебашу! Все, все, супер. Ебашим! Они уголь забрали тут весь. Ох, у меня есть уголь, мы выплывем. Давай. Че ты, блядь, хаваешь, сука? Медведя, блядь, сейчас тебя нахуй схаваю. Пойдем. Ну, пойдем. Ладно. Вать, у тебя нет случайно кирки моей? Не. Надо сейчас динамит. Я просто ее нечаянно скинула, пиздец. Да, да, да. Игра против меня идет здесь. Просто. Я уже научилась. Пойдем, но... сейчас забьем вот эту хуйню. Не знаю, как. Тотем? Угу. Ну как? Все равно, по сравнению с прошлой игрой, я научилась. Опа. Gotcha, no, ты открыла это, да? Угу. Здесь есть уголь. Можешь мне застакать, у меня бочка. Вот это вот нитроглицерин, нам поможет же он? Да, надо вот сохранили. Да, я возьму. Уйди, уйди, я возьму, я возьму. Отойдите только от Макса, близко к нему не подходите. Я возьму древесину, эти штуки, чтобы... Чтобы чинить корабль, если они разобьют его. Идите со мной, пожалуйста, на меня сейчас будут вызывать. Пожалуйста, вызывай. Сходите кто-то с вами. Вызвали, походу, вызвали. Братанчик, я ничем не смогу помочь. Сюда, сюда бегу. Я бегу. У меня меньше половины хп. На меня, походу. На меня. Вся куча, го. Ща я открою. Ща открою, помогу. Тут уголь, ребят. УААА! Я у нас... Налево, слева будет. Сука. На Рома стреляет. Слева даже. Слева? Здесь? Слева кровать. Нет, не здесь. Здесь, да. Ты чё, сука? А, блядь. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот, помоги. А, это револьвер ебаный. Красава, Вать. Соло. Я умру сейчас только. А, у меня есть мясо человечное. Где Макс? Где Макс? Давай мне, что угодно давай, кидай. Жареное? Нет. Макс понёс, но одна волна только. Отравленная. Я с Максом. А, шутка. Ну, странно, что не на Макса вызвали. Вам так не кажется? Да. Вызвали на всех, кроме Макса. Не, Макс умирал от ганнибалов. Наташ, ешь сырое? Сейчас, сейчас, сейчас. Есть поем. Дерево. А, уже каннибал, пизда. Ну ладно, похуй. Это же не страшно, типа, ты просто... Я ем человечину, и что-то на меня не действует, по-моему. О, я забыла про этот труп. Погреюсь с тобой немножко. Почини пистолет. Наташ, у тебя есть еще место? А для чего? Для угля, для угля. Не-не-не-не-не, у меня уже 4 угля. Ну, типа бочка и один уголь. Да, тут много угля. Надо вернуться, может быть. Не, кирку. Есть жила одна, есть жила одна. Да-да-да, у меня есть. У меня есть, у меня есть, Вадь.
А что ты собираешься делать? Сумку. Сумку? Класс. Мне тоже бы сумку сделать. Да, как вы? В портфеле сумку тебе сделала нахуй. Луи Виттон? А как? У меня верстак я не могу делать, пиздец. У меня верстак не работает. Верстак, говорит, у нее не работает. Жалко, его там нет. Все, да, отстань. Ты че, блядь? А есть дерево? А кожа у кого-нибудь есть? Мне нужно одно дерево, два дерева. Не знаю, как два дерева, но там две доски лежит, как говорится. Давайте, как всегда, разъем. Согласен, спасибо. Ой, я бочку сейчас сделаю. Нам бы на корабль, наверное. Нажми на гаечный ключ сверху. Макса убил Рома. Рома убил Макса. У нас нитроглицерин не донес сюда. Да, он убил его. Но он убежал на кости, я побежала с нитроглицерином. Спасибо, чат. Идите с нами, алло. Да, идем. Сейчас, дайте доделать, пожалуйста. Да, да. Я поняла уже. Никто смог один, не пришел, доделать. Так, Макс сам пошел в соло. Она сейчас вызовут две волны, мы не отобьемся. Ну, я второй раз играю, чат. Можешь что разогреть будет? Там костер, я постою. У меня досок нет. Мне нечем его разогреть. Я могу дать тебе доску. Надо захуярить медведя. О, медведя, Наташа, его уже убили. Еще одного. О, вызвали на кого-то. Вот на нас. Я разогрею сейчас, слышишь? О, так тут мясо, кожа. Ну беги к нам. Это Наташа. Алло, смотрите, вас бьют. Помогите, я не смогу ничем. Я умру сейчас. Вот где есть это? Ну, тут здесь свет, есть, что? Я улегла. Я легла, я тоже упала. А дальше я дальше прямо беги. Ладно, я умерла, у меня лут. У меня пистолеты были. Залутайте, когда выживете, если выживете. Тут три пачки этих этих уебанов. Да, жесть, трэш. Да. Трэш. А ты меня не задефаешь. А они тебя тоже едят, да? Конечно. Три пачки. Угу. Блять, куда я бегу-то? Ну, мне кажется, скиллзор и ромчик. А, так все. Ладно, заебись, отыграл Роман. Пиздец. А чё ты сам? Я бы не пошел в жизни к тебе, если бы ты не сам нес нитроглицерин. Чё? А мы проиграли, потому что все умерли? Да. Чё, Ром, я что-то сделал не так, чё? Ну ты в соло нес нитроглицерин, понял? Я же себя вижу и подбежал. Да ебало, а я знал, что это Ромчик, я не хотел мешать Ромчику. Так я сейчас спалился. Ромчик уже моряк спалился. Ты, наверное, еще уголь, да, сбросил, Вась? А у меня типа лук. Нет, уголь я не сбрасывал. А, ну да, сбросил. А, ну да, в начале, блядь, да? Ром, забей, команда говна попала. Ах ты крыса, я знала. Не, я Ромчику просто одну слил, поэтому я этого ничего не делал. Ты один пошел, Макс? Так я сказал, пошлите, вы остались типа мясо. Так на них зомби, Макс, у них же зомби-атака была. Вадя, у нас была зомби-атака, и Вадя на нас, Вадя отравился, Макс. Да, Вадя отравился. А Вадя в соло расхуярил. Слышишь, Ромчик, я всех соло разъебал. Один нахуй, прикинь. Если что, вы просто стоите у костра, песенки поете ебать. А я, короче, подбегаю, просто Вадю кольнул в спину и убежал. Красавчик, блядь. Лера, ты хочешь со мной поменяться? Почему, Ромас? А ты на... Не, я... Не, Ромчик красава, блядь. Я фанат Ромчика, мне похуй. Да на, Лерончик, на, я тебе дам сейчас. Да, я не знаю, просто я не люблю наручники. Кто хочет наручники, ребят? Я нормально у тебя стрелы вначале спиздил? Да, блядь, ты гандон. Да, Ром, сделай другую карту. А как мне выбрать другого? Сейчас я выйду и присоединюсь еще раз. Ребят, возьмите лучника, я умоляю. Только не забирайте моего кента, пожалуйста. Лорд Гузлик в лоле, блядь. Скиллз, давай поменяемся, пожалуйста. В лоле, блядь. Пошел нахуй. А кто... Нам нужно будет отойти на поафукашить. А кто вот тут, кто в дискорде сидит, хочет завтра вон Манкан с братишкиным поиграть? Есть кто? Я могу. Хорошо, я могу.
Опа, ебать. Опа, ебать! А вот и командёшка, блядь! 17? Да. А там с модами будет? Вот я не знаю, я спрошу Вовчика, как он хочет. Если с модами, я пас, если этот. Я не хочу этот, я не хочу. Я думаю, что он... Я думаю, он захочет без модов. А что, тебе не нравится с модами, Макс? Подожди. Ну да, что-то как-то быстро катки кончаются. Вадя, а если с модами будем... Ой, без модов, то мод надо удалять или что? Так это же хорошо, что быстро катки кончаются. Нет, ну, типа, если мод установлен, без него можно играть? Да, на Европе просто создать сервер, понятно? А вот сколько? 7. Хорошо, хорошо, не выебывайся. 7, 5, 5, 5, 7, ебать, я долбоёб. 5, 7. Только... Да. Подожди, знаешь вот эту песню? You got your new pump, я знаю, да. You got your pump, you got your new pump, ребят, помяните со мной, пожалуйста, не хочу быть лучником. Вы понимаете, кто-то ебанулся. Ну, я капитана не отдам, сори. Да я понимаю. Я не отдам Кока, я с него на нем всю жизнь сижу. Кока, он не даст Кока, понимаешь? Ну кто хорошо стреляет? Пиздец, никто. Ну вообще никто. Ликс! Ликс! Не, я плохо стреляю. Нет, ты охуенно стреляешь, ты вообще видел. Я с Лукой ни разу не играл. Наташ, Ликс, я тебе сейчас кину клип, посмотри его на стриме прям. Вот этот, который ты видел? Или это новый, другой? Этот, да, который. Давай. Он причем так и называется, Ликс Снайпер. Че это, какой клип, что вы там кидаете? Забей. Ну-ка. Скинешь мне его? Да, я тебе в чат скинул. Ликс Старый Снайпер, открывай. Все. You got your new... Чего? Я не могу. Можете помочь? А, пизда, все. Это пизда, он с таким лицом еще. Я двоих убил. Сюда! Ебал еще дал одному, смотри, минус два дал. И умер потом. Ой, бля. Бля, это... Капканы просто свои ставят. Кто капкан поставил, посмотри. Вон, бам под меня прям. Бам-бам. Катя Клэп. А, пизда, все. Я не знаю. Мне очень смешно. Зима легенда. Да, это охуенный клип. Я из-за полночи ржала с этого. Мы запустим когда-нибудь? Ну, знаете, когда мы запустим? Когда вы лучник у меня заберете, блять? Когда Рома покурит, наверное. Покуришь, пиши. Кто поменяется со мной, у того мама живая. Охуеть. Бля, сейчас замотивировала жестко. Замотивировала. Я просто не знаю еще, как сказать. Пойду проверю сейчас. Ну, Вадь не считает. Если что, поменяюсь, блядь. Прочитай телегу, я тебе сейчас напишу. Я гачаем бамином, нантином бамином. Во! Я умерла. Написал телегу, прочитай. Так, мне... Мне... Илюха купил капельки. Ты дурак. Алло. Знаете, как Диман умер? Диман это вообще легенда просто, я не знаю, я бы не хотел такого мирного себя, он просто прибежал в соло, кемп к двум челам, а на него вызывает Ганнибал, вместо того, чтобы бежать, побежал просто ломать все нам тотемы. Что побежал? Ломать тотемы. Нет, нам. Ром, дело знаешь, почему я побежал? Ты не знаешь, как я первый раз умер. И так помнишь, знаю, ты мне всем... говорил, что можно спрыгнуть и киркой зацепиться, так вот я промахнулся. Так я так делал. Так, от Ганнибалов убил, да? Купил эти наушники. Я, так я умер от прыжка, я не от Ганнибалов умер. Я не знаю, они нормально? Но я грамотно на самом деле делал, что я тотемы побежал ломать вам. А, ты очень грамотно, Диман, ты сломал нам 3 тотема, мы построили еще 5. Не, я 4 сломал, я 4 сломал. Так, а так бы прикинь вас. А я бегаю, Ромчику даю кость, а он не берет. А тотемы нужно ставить для чего? Чтобы скиллы... Скиллс, чтобы скиллс мог играть. Да нет, просто в тилте, я был в тилте из-за того падения, потому что у меня столько лута было, я из-за падения проебал. Это бред такой был вообще. Да, жестко. Илюха, а как я это буду слушать? Так, что, какой мы карту ставим? Еще Макс меня не залутал. Вот так тебе, блядь, что не отдаешь мне инженера.
Такую же карту или другую поставить? Так, сука, так, тебе дать твоей бороде, ёбаный. Давай, ладно, похуй. Всем мне поебать, я ставлю вершину тогда. Бля, ну пистолет, Ромчик, вначале это, конечно, имба какая-то. Так я, блядь, я тебя чё пистолетом убил? Я пистолетом ещё ни по кому вообще не попал, Диман. Так, все инфу даю. Я никого с пистолета не она попал. Прям вообще короткая. Я 2 раза с него выстрелил, хотя у меня было 15 патронов, но я ни по кому не попал. Ни по тебе, ни по Максу. Макс ещё мне бегал, троллил, блядь. Я не знаю, просто у меня работает это... Ну, видишь, тут прям притык, понял? Не, слышу, просто дымит. Ну да, оно типа, видишь, прям... У меня типа... Я просто вот так один раз делаю. Сейчас попробую. Если оно, короче, работает... Фишка закончилась. Какие? Поменяйся да. С Дашей. Да. Даша, ты тут? Даша! Не хочешь поменяться? А вы не сможете поменяться, потому что 8 ролей уже выбрано. Понятно. Разве кому-то ливать? Ну ладно. Даш, ты замученная, если что, ты тут? Да, да, я тут. Что такое, отходила. Не хочешь быть лучником? А мы уже все, вроде, мы же едем. Ну да. Если только ливать. Ну, не, не надо плевать. На next могу тебя дать. Давай, а то я, бля, не знаю, справляюсь. Так мы уже доплыли, блядь, на своей красоте. Ну да, я так. Dance, 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 dance. Алло. А я играла на вершине? Алло. Да. На вершине? Ты играл такого корабля там? На низине. Хорошо. Хорошо. Хорошо, ребят. Так, я скидываю 3. Если беру 3, то... То не беру 3. Скидываю 6. Беру. Беру 7. Скидываю 10. Блять, я скинул. Беру 10. Все, все, скидываю вольта. Можете не перекидывать. Что у тебя? Все, все, все. А что у тебя? Ну я не знаю, как это, когда все карты подряд. Флэш, блять, стрит нахуй. Флэш, это, блять, супергерой. У тебя пара была, да? Я знаю, что пара была. Стрит у тебя. Ну я не разбираюсь в комбинации. Глупенько. Да все равно. Наивный. Что мне пара бы дала? Замутись нахуй. Давай, отдыхай. У меня 9-10 валет, да, макароль. А у тебя что это хуета сейчас? Иди за трейдера отыгрывай. Давай, реально, Диман старый хуй. Замерный. Ади, у меня был стрит. Чё за хуйня? Ебать, охуеть. А у меня была улица. Чё-то меня насторожило вот это ХЗ Амирный. А там Ромчик. Хорошо, блядь. Ром меня ударил. Чё за хуйня? Ну я сейчас буду ебашить каждого, блядь. А уголь скиньте. Куда? Капитана пусти, блядь. Хуйня, блядь. Уголь скиньте, ребят. Какой уголь меня заперли, блядь? Алло? Ой. Так ломай, фига, ломается же, блядь. Ну ты, блин, меня и меня. Он меня ломает. Ну, уголь, тут 3 угля. Простите, я, блядь. Блядь, ломает, блядь. Блядь. Сломали. Блядь. Щит. Ебанат. Фак. Да потому что закрывает. Я не подумал об этом. Алло, 3 угля. Блядь, вот как я рыгаю, так фу. Ладно. Как слышно? Так запускайте. Я скинул 5-й. А как скинул, парень, так будь здоров, пиздец. Спасибо. Скинул через помоход. Не могу скинуть. Понятно. Закидывай. Плывём! Куда плывём, мы стоим? Я плыть, я на 5%, я капитальон. Наташ, ты капкан хочешь посажу, тебя прям с нулевой. Я тебя потом на кукан, блядь, посажу вот сюда, вот как русалочка, блядь, будешь при это, пригвоздённая нахуй. На Вадин только, блядь. Ну и на Вадин могу посадить. Уместишься. Капитан. Это я, да. Рома. А ебальничку хочешь получить? Если ты трейдер, тебе не повезло. Ты мирный, тебе повезло. Наш корабль. Хорошо. А кто за рулем? Вальчика? Я, что, не видишь? Кого ты ебал? Я. А не, это не огурец. Блять, Рома! Наташ, если бы такого не было, тебя бы это так не задевало, согласна? Сука. Согласен. Что, Даша? Что, доплыли? Что так мало, алло?
Что-то ну, водичка нас закинули. Хуйсосы. А кто вез? Кто вез? Хуёвин когда плылит. О, вез. Я вез. А чё, вы чё, конченые? Вообще мрази ебаные, сука. Как это вы закинули я, уголь, Иван. Нахуй, так и мы поехали, блядь. Уёбки, нахуй, ебучие. Ебана, конченые. Поп-поп. Курил, нахуй. Давай, дядя. Я хуел! О, все забрали. Блять. Сука, ебать, косая хуета. Вы чё кидаетесь? О, блядь. Ой. Сори. Вадя. Ты меня ёбнула? Тебе не нравится, да, я хотела по кресту ударить, чтоб сломать. Да. Забери дерево, если надо. Да, давай. А что у тебя по фул? Ты что там кости собираешь? Угу, понятно. Нет, выкапываю труп. Ну, лут. Прикольненький. А тебе жила не нужна? Нужна. Я скинула. Лишняя была. А как скидывать? Еще одна есть. На О, давай. Я тебе скинула еще. Я уголь скинула. Можешь взять его или нет? Да. У меня один слот. Уже сразу вызвали? Пизда. Вадя, на меня. Мама, помоги! Как стрелять? Блядь! На меня вызвали, ребята, помогите, умоляю, блядь, вас, по-братски. А, я бегу. Помогите, пожалуйста. Так не убегай, я не могу бить их, ебнуться. А, блин. Вать, ты сможешь её? Ладно, я выйду кости. Я не могу ее подобрать. Я подобру, я подберу, я кости скину. Да я взял уже. Капец, вот я поотдыхала. А чё ты меня кинул-то? Ты, короче, ты чё кидаешься? Он трейтер! Он уже не первый раз, блядь, просто ебашит. О, сука, ты падла ёбаная. Я тебя вычислила по члену твоему. Видно сразу, стоит, блядь. Я тебе скинул хилку. Отраву? Спасибо за отраву. Сука, ты такой очевидный, чел, ты так читаешься. Даже здесь юг. Да. Пошли этот корабль проведем. Друзья. Ром, Вадя трейдер, если что. Да? Да. Да. Почему? Он врать не будет. Просто. Верстак мне дали. Красавчики. Ты выпила, что я тебе скинул, надеюсь? Нет. Блять. Ну ты отравил ее. На! И мясо на! Давай, блядь, ешь, еблуша. Если бы я тебя отравил, то я бы не дал бы тебе 3 единицы. Зачем? Зачем? Как тебе объяснить-то, нахуй? Ну выпей сам, выпей сам. Логика. Съешь сам вот это Опи. Мясо. Нет, вот это. Только что при тебе съел. Ой, блядь. Ешь. Сука, на, нахуй, на твоих глазах. Что с тем? Дура, будь плохо тошная, блядь. Пошла нахуй, блядь. Тупица, я тебе скинул 3 единицы. Это нет смысла травить. Да ладно, ладно. Все. У нас, походу, бля, по предположениям, у нас Диман и Даша. У кого-то кожа есть, пожалуйста, по-блядски дайте. Есть у кого-то шестеренки. Я с тобой не общаюсь, мы расстаемся. Ну вот. А на кого вызывали, каннибал? Прости меня. Смотри, Рома. Ром, ты слышишь меня? Да. Она говорит, я трейтер. На нее вызвали, я убил всех зомби.
отнес ее, похилил, скинул ей хилку и скинул ей два мяса. Наташа, ты дура, на меня агрессия перед этим. Что, Штоллер? Я на стрелы сделала, можешь забрать. А у вас есть... И при этом, когда вызывали, я стоял возле скиллзора, и скиллзор бы увидел, что я вызвал. А где сейчас скиллзор? Знаете, что мне надо? Кстати, нормальный. Блять. А у кого-нибудь есть кожа? А, ну нет, по-любому, да? А шестеренки у кого-нибудь есть, ребят? Гвоздики? Да, 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 есть. Дай, пожалуйста. Кто? А как? Кто понаставил? Понаставил! Это Вадя! Прости. Это тебе карма, сука. Это ты, да? Сейчас, капец, да. Я положила верстак сюда, шестеренку. Спасибо. Там лежит опий и сушеная трава. Скорее всего, отравленные. Опий я оставил, не отравленные. Я просто не лишний, да. Вадя, я такого от тебя не ожидала. Я думала, ты мне... Всё, я с тобой не дружу. Ты сказал, что я трейдер, когда я тебе помог. Всё. Что мне надо? Гвоздики. У нас корабль никто не ведёт. Да, пошлите на корабль. Ладно. А у нас угля нет. У меня один уголь есть. У меня два угля. Ну, охуеть. На три угля сейчас поедем, нахуй. На Яндекс, нахуй. Пойдем дальше продвигаться. Пойдем дальше продвигаться. А, я пойду в пещеру заберу, Ром. Сейчас я хочу пойти проверить пещеру Димана, блядь. Есть пещера Димана? Ну, он обычно ошивается. Пойдете? Я уголь заберу. Патроны есть у кого лишние? Нет. Я тебе могу сделать. Ромчик, сделай тебе, у меня порох есть. Пойдем, там сделаем, там сделаем. Пойдем. Вась, у тебя, может, еда есть? Нет у меня еды, я все съел, блядь. Блядь, на моих глазах, сука. Короче, кто-то просто захавал. Димана, я вижу. Вот сейчас мы туда пойдем проверим. Уверен, там этот пиздобольчик поставил вот это тема. Ну чё вы плачете? Ну тюлень и тюлень. Ну сдох и сдох. Ну чё с него взять? Нам его надо есть, есть. Бля! Пиздец. Пиздец. Ты кто? Ты кто? Ты скиллзор? Ты мирный, да? Ты с какой ебу киркой? Смотри, возьми тут сушеные травы и хуйню какую-то. Куда? У меня места нет. Ну, сушеная трава пригодится, бро. Мне надо жилки. У тебя нет жилок лишних? Я не отдам. А-а-а, нихуя себе, блядь. Ну, у меня же места нет. Охуй. Я запомнила просто, где лук. Правильно? Тут еду приготовить можно? Нет, по-моему, здесь нельзя. Отравлено! Ни угля, ни досок. Маму. Там мой лут! Ой, ой-ой-ой. Ухожу. Уехали!
ты захуярила? Я один уголь, без глаз. Да, надо было деревяшку ебануть одну. А у меня нет деревяшек. Ну, бей корабль. Просто, у меня очень много угля, поэтому не стало. Йоу, кентики. Алло, ты трейдер? Ну да. Сейчас я его, ну погоди. Не трожь. Макс, скажешь, как пойдет? Тут же ничего клещиком невозможно открыть. А у кого-то уголь есть, братики, братики. Я завожу, встаньте за штурвал. Подожди. Мясо даже не приготовить, суки ебаные. Пиздил у кого-то. Встал. Так, я буду говорить, куда ехать. А, или ты знаешь. Тут звонит. Клерли. Алло, здравствуйте. Да. Хорошо, жду вас. Ну так, веди, хорошо. До свидания. Да, я точно, я же доски забрала. В натуре. Ну вот мне... Практики уголь больше нету? Немножко не хватает. Видите? В таких это вещах. Так, подожди. Сейчас. Но я учусь, выкинул. Правда. Ой, не сюда. Ой, что-то такое могу сделать. Бочку, например. О, это полезно. С чего бочка делается? А, у меня и досок сейчас не будет. А, будут, будут. Можно две бочки. Я пока тут оставлю, короче. Я надеюсь, никто не стырит. Блядска. Кто это? Это Даша. Я не доплыла. Клади уголь. Мне звонят еще кто-то. У тебя есть уголь? Стойте. Да, да. Блядь, мне звонят. Ёбаный в рот. Сейчас. Придется доплыть в другую сторону. А я умру сейчас, походу. Чё, прям 5 досок? Я доплыву. Я буду жить. Я буду жить. А, сейчас надо погреться. Срочно. Ну, хотя бы что-то. Так, что тут? Капканы. Можно, по идее, 2 капкана сделать. А я выкидывала, да, капкан вначале? Кирку? Сейчас. Просто я не знаю, что приоритетнее, поэтому... Ну, по кирке я знаю, что забираться можно. Кто за рулём? Кто стрелял? О, господи. И киркой можно забивать, я правильно понимаю? Наташ, надо чинить. Да, я чиню, бро. Бро. У меня дощечки закончились, сука. А кто нас разъебал? Как открыть, блядь? На тебе дощечку. Давай. Ладно, если что. А как этот? А я не могу чинить больше. А как открыть? А, бро, у меня гвоздей нет. А, там кто-то изнутри закрылся. А как? Можно так сделать? Ой, ты чё? Да, можно. А как открыть? А, ну все, ГГ. Верстаки гвозди. Точняк. Ты самая внимательная. Или нет? Или не на этом верстаке. По-моему, другого-то и не было. Хуярь дверь. А, точно, сейчас. Я просто. Я сломаю дверь.
Давай. Хочу быть полезной. Где сломать нужно дверь? А, вот там. Вот. Там этот. Гвозди, доски. Она не ломается. А, 25 ударов? Так она была открыта! А, Макс... Все, мы тонем! Ну все, пизда. У нас... Ребята! Чекни труп, блядь. Где труп? Кто ты? Кто ты? Сучара ёбаная. А, Даша? Даш, ты тут? Да, Даш, ты тут? Они справа от меня пробежали. Поможем, гоу. Выпускаю! Выходи! Ребята, у нас корабль тонет! Это Катя Клэп. Ребята, у нас корабль тонет! О, вижу. Да чини его, чини, что ты смотришь? А, так у меня гвоздей нет. Блять, ёб твою. Бля, я думал, шприц работает. Нет слотов, нахуй, нет, я выкидываю Диману. Воду нельзя, мы не донесем воду, нельзя окунать их, блять. Да. Скилл трейдер, а как его? Ебанат, там нельзя донести. Да, там не поможет. Ебанат, там есть вторая, есть вторая. Есть вторая там. Можно. Нет, ну ты умрешь сразу мгновенно. Труп, да, а человека может. Ну так в смысле? Какой труп, когда ног второй нет, блядь. В доме, ты... в доме, ваш. Ой. Подожди, вот здесь есть, наверное. Бегу. Нет, здесь. Нет, блядь. Катя Клэп, пизда, блядь. А я что сделаю? Если беги нельзя на корабль, было. Попробуй. У нас затонулся корабль. Даша, убей. Димана шестеренками убили. Половина. А у нас уже затонул корабль. Ты можешь провести чуть-чуть? Скилл, проведи чуть-чуть корабль. Да. Ты вышел? Кого ебаш? Кого ты бьешь? Бьюську, блядь, не трогай зачем? Меня! Я АФК, зачем вы это делаете? Я же сказал, что я буду АФК. Да, это Даш. Спасибо. В смысле? Мне сказали, что Дашу ебаш. Даш! Я тебя наоборот открыла, потом мне сказали, типа, Дашу еба... Блядь. Встань за штурвал. А не могу тебя подобрать, Дашуль. Ко льду. Пиздец. Не могу, может, мне инвентарь полный, поэтому не могу тебя поднять. Или вода, то что. Ёбаный в рот. Инвентарь полный. Хватит, ты уже тут? Серён, делай да. Гвозди, скилл. Контрейдер. Блять. Неси, да. Пошло за гвоздя. Корабль, Лерон, очевидно. Ну, несите корабль. Да похуй, мы въебали, гон на стол. Почему въебали? Мы? Кто трейдер? Лерон, что вы скажете про Лерон? Да ты трейдер, блядь! Макс, подтверди, что мы с тобой вели корабль. Гвозди нужны, алло. Выкинь мясо, не, я его съем. Дай Ромке гвозди, гвоздей. Я за гвоздями, ребят. Три шестеренки на возьми. Ой. Да медведь там стоит, блядь! У меня там вещи. А, у меня хп нет. Бля, вы гении. О, мой лук со стрелами. Ну, похуй. Шестеренков нет. Еще нихуя нет.
Ты умер? А что будет, если... Ой. Он меня тут не убьет, а на корабле мне похуй. Куда он забрался? Ой. Охуеть. Ой. Помогите. Блять, он забрался. Ладно. На кровать. Точно. Да я привыкла, блять, я в Pop Fortnite переиграла. Я знаю, что типа самому себя поднимать нельзя. Иду, иду. Ну, вот видите, без ваших подсказок я бы не справился. Я не могу сейчас, типа, никогда. Ребят, порулите, куда мне рулить? В смысле, я трейтер, блядь? Да, рулить, подскажите. Подскажите, куда рулить, я не вижу. Прямо, прямо, прямо. Хорошо. Ты третий? Угу. У меня, ребят, у корабля будет труп. А чё вы её открываете на трейтер? Так какая разница? Меня медведь захуярил, ребят. Он трейтер. Я ей 4 эти хуйни поставил. Какие? Вот эти, походу. Чуть-чуть левее, чуть-чуть, Макс, левее. А, понял. Так, а смысл? Всё, всё, нормально, хватит, хватит. Отпусти её, зачем ты? Остановитесь. Блять. А куда мой ХП делось? Кто умер? Ребята, я. А кто умерла? Я утонула. Мамчик, как? Слышишь? Иди сюда. Слышишь? Она выбегает. Я подпрыгиваю с топора и просто правым кликом кидаю в голову. Я не пыталась убежать, Вадик. Если я хотела, я бы убежала. Я открываю, Наташа. Спасибо. Хуй тебе, блядь. А кто ты? Все нормально плывем? Стоп, ты опять живая? Да. Спасибо. Левее, левее, левее. Что, бесконечно живая? Да вон, она храпит уже. Все, прям. Да какой трейтер, чат? Дашу убили, я правильно понимаю? Сука, ты будешь убегать. К нам, да, к нам пришел мастер, типа, я на не можешь сейчас. Ну все, у меня с 0.8. Слышишь, Скиллс, у тебя что-то есть, типа топор, может быть? Есть вот Кирк. Может, а так, мне кто его, корабль, пожалуйста, тронул? Зачем она? А, смотри, была. Ну я была с Максом, что-то кеком. И Даша, но была Макса в тюрьме, убили. Я освободил. Макса убили, Макса кто убил? Зомби убили. Зомби. Да, зомби, зомби меня убили. Как думаешь, кто трейтер, Натах? Ты на меня намекаешь? Не, он мне давал доски, я забивала гвозди и доски, у меня не в было. В смысле, Наташу убивали эти челы, долбоёбы? Да, в начале. Мы её вначале убили. Блядь. Алло, ребят, сам... Даша, скорее всего, второй трейдер, потому что Лера ещё спросила. Да, Даша и Лера. Да, ну может быть. А чё, Даша на меня наехала, я её освободила из тюрьмы, она такая, блядь, я АФК вообще-то. Ну потому что она сказала, что она АФК, по всему её не попасть. А, я не знал. Я тогда так понимаю, раз Даша АФК и Лерончик мёртв, можно просто тогда... А, Лера, можем. А как вы починили корабль, ебать вы гений? Леру я добил. Кто-нибудь кирку поделитесь, ну ладно. Можем нафиг запустить. Но Даша сейчас не может играть. Ну, я просто левой, блядь, буду ходить с голыми руками, блядь. Ну, не забирай хотя бы ты у меня ничего. Просто посчитаю, что у меня как будто 20 слотов вместо 10, блядь. Кто меня? Зачем? Кто-то меня... Кто? Кто? Что, меня... блядь, лол? Я ничего не... Бать, лови ногу! А, это ты, блядь, Катя Клэп ебаная? Что? Я-то чего? А, это... А! Чё нах? Вы меня стреляете. А чё за нах?
нахуй. Ты кто? Скиллзор? Бот ебаный, блядь! За что музла, блядь? Блядь, ты сука! Долбоёб ебаный! Нахуй ты гузла убил? О, топор, пиздате. Скиллзор, трейдер, ребят! Ну, похуй, ты типа тоже трейдер? А, ты типа Ром трейдер. Скиллзор, трейдер, скиллзор! Вась, скиллзор, трейдер, аккуратно, убегай быстрее. И хуй на ты научилась играть, импрув есть. Ну, блядь, практика нужна, практика, конечно же. Но ты ж когда... до сих пор на стриме, я не понимаю, что происходит. А Диман, блядь. Ты ж когда учишься водить, ты практику и теорию сдаешь, правильно? Вот я... По теории я бы смогла все, а по практике хуёво. Вот бля, Диман. Я не могу, ахахахах. Не, Диман дает воздух. Так, тихо, цыц. Да я научусь, блядь, мне пару раз, вот на третий раз точно я бы все справилась. Этот, я просто еще спала 2 часа, ребят, ну, после бурной ночи, так сказать. И запустить новую. Да, давайте перезапустим просто. Мозги сплавились. Типа, доплывать, если мы и так выиграли уже. Что? Ну, типа, много вещей каких-то, посмотрела. Я реально смотрела гайдов. У меня сейчас на ютюбе у меня все в рекомендациях. Давайте топором бегать, правильно. Хуй сос, ебаный повар. Извини, реально извини. Подожди, мирно решим. Вать, подожди, мирно решим, подожди, ну правда. Это человечно. Смотри. На кулаках, сука. Вот, на. Наташ, хочешь фокус? Спиздили, ты чё? Пошли. Ебать, катаклеп. Я нашёл, Вать. Вот бонуска. Бонуска, блядь. Ох ты ж, блядь, нихуя, она, слышишь, кусает. Ща я как себе топор, блядь, сделаю. За что, блядь? А чей труп? Скиллз? А чё хули ты валяешься? Добивать нельзя, ты чё? Бразер. Ты чё? Макс. Кто, блядь? Это не я, это Рома. Рома я положил спать. А, я умерла, блядь. А чё, почему я умер? Её никто не трогает, она умерла. А какого хуя-то? Где ты умерла? А, она всё, до конца, блядь. Холодно? Ну вот не учла этого факта. Чуть-чуть. Шо? Вот! Вот-то! Доброе утро. What the? А лорд Гузлик? Что мы делаем? Сколько что был жив? Лорд Гузлик, вы здесь? За что, блядь? А ты меня за что-то бьешь, блядь? Ты хуй сос ебаный с пистолетом, как ты заебал нахуй? Так ты мне вообще бьешь спину. Ну не выкидывай меня, ты чего? Ты меня обозвал. Ну а чё, обидным что ли сильно? Было, да. Не обидно. Я их шиперю. Ты скибашь его? Братик, смотри. Крыса. Ой, а чё, он и не поднял? Когда ты плаваешь, у тебя холод, пиздец, как быстро появляется, и ты умираешь. Понятно. Ну первый раз я об этом не знала, а второй раз я вроде смотрела. Через дверь, честно? Блядь, я... Ну в кайфе была. А шприц не поднимает, короче. Ну понятно, короче. Ну буду иметь в виду. Похуй, у меня саундчас 30 секунд. Алло? Вать, ты тут? Алло, Вать, да? Да-да-да-да. Давай, встаем сейчас. А, блядь, ты реально встанешь. Ебать. Алло? Ой, блядь, хуёво. Давай, пиздим его. Чё скажу? А я...
Зор трейдер. О, я появился. Открывайте. Что, мы идем next? Да, ну, да, да. Я очень хочу. Луна, выпущу. Я очень хочу. Подожди, только дай я оружие возьму. Давайте дальше пойдем, пожалуйста. Давайте сразу тогда пойдем, что? Да. Ну, у меня Даша сейчас через 5 минут только сможет. Рома, на костюме. Открываю, открываю. А у меня нету, у меня нету. А что с Дашей? Ромчик. Ну, к ней пришел этот мастер там по поводу чего-то. По поводу ее жопки, блядь. Давай чисто на бочках, слышишь, выйдем. У тебя сколько? О, ебать, так, а ты бы сказал, ты сказал бы. У меня бочка открылась, нахуй. Что за хуй? У меня открылась бочка. Все, я тип. Дядь, перерыв 5 минут. А я вижу твою голову, слышь. Смотри. Умер, блядь, пока а у тебя хп снимается? Да, да. Я твою голову вижу. А я человек суицидился. А я мертвым открываю дверь. Ебать, мы на бочках выскочили жестко, пиздец. Я да, не пацаны, думал, меня что... открыть не хотите? Нечем. Охуенно получается так. Нет, мы жестко на бочках выскочили. Ну давайте, сдавайтесь там, этот умираете. Хорошо, сдаемся. Блин, простите, пожалуйста. Я сдаюсь. А, мне есть открыть, Ромочки, открывайте. Ой. Я освободилась. Давайте новую соберем, пока Лерон-то мертва, если что. Давайте. Я прям вообще, я с кайфом. В смысле, в жизни? Не-не-не. Мне Наташа выпустила, я говорила, если я умру, типа, не выпускайте, я АФК. А я не слышала же этого. А где я могу слышать? Я это говорила до игры еще, до игры. А-а-а. Точно говорила, мне кажется. Ну ё-моё, блин, ну как так-то? Ситуация. Что, сука, делать? Лошара ебаный. Тереса, давай выходим все? Или как? Включаемся? Ну мы Леру ждём. А чё меня ждать? А, нет. Там, Тереса, давай. А чё порвало-то так нахуй, чела, блин? Они дрались, видимо. Ебать, на бочках. Это мы только что. Мы так же тренировались на бочках просто. Все, Вать, умирай, давайте, заходите все. Сейчас умираем. Давай, тем. Бля, ебать или Леру Тильтова убил? Не повезло, не повезло. Ну, кстати, это было максимально нелогично. Ты больше. Это было максимально по факту. Корабль почти утонул, ты бежишь этот. Так ты не на корабле сам, а я до этого принесла. Сейчас следующая катка. А вы меня видите? Вообще так корабль почти не мог, даже ему не пришел. Сейчас будет совершенно другая катка. Так потому что мы были с ребятами вчетвером, и я им сказал, вы втроем идете, и иду за углем. Ромчик, ты смотришь за мной? Вот так я по итогу иду к кораблю, а ты не идешь от корабля. Я спрашиваю, куда ты идешь, ты же не говоришь, что ты куда ты идешь. Ты говоришь, ну как ты эта игра мне нет, далась понятно. Мальчик не поверил, Шерлок, все плюсы и минусы получаются этой катки. Короче, ты просто проебала, я сделала блядь, ты слабый игрок, нахуй. Ты отсосала хуй, закрой свой рот, блядь. Okay. Если бы я выжила, типа, если бы меня не открыли, мы бы ещё если бы я выжила, ребята, то вам была бы такая беда, вы, блядь, вы не знаете. А кто был трейдером, Даша? Я с Дашей, да. А, Лера с Дашей. Ну да. И что, большой член, и что, за твой каждый день, и что? Ты взяла персонажа? Наташ. Нет, без персонажа бы бегать духом. Не, она должна была взять инженера, но я уже да. Нашла сейчас. А, где? Да кто пиздит меня? Он забери у лорда Гуздика. Ёбаный, блин. Забери у лорда Гуздика быстрее. Ёбаный этот повар, блин, драчун нахуй. На нахуй, давай-ка, блядь, в клетке посиди. Кому еблец снести сейчас нахуй с локтями? Не снести. Сюда, на палубу поднялись, быстро по одному выстрелить буду ебашить. Заводите, 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 заводите. Да я завелся уже, блядь. Ладно. Старт, старт, бери, одного бери, нет. Бери, бери, Наташ, я вышла. Бери, 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 Наташ. Бери, 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 бара-бара-бара. Наташ, ебать! Инженера, да. Взяла? Лорд Гудлик, с первого раза запрыгиваешь ко мне, как это сейчас сделал я, ты красава. Если нет, то ты хуй сос ебаный. Куда запрыгиваешь? Вот ко мне. Это же быстро. Это же so fast. Блядь, звонит и звонит. Я слышу, для него это быстро, смотри, смотри. Я упал, блядь, меня залагало. Бля, ну мой муж. Что за хуета? У меня, подожди, у меня распрыжка не идет. У меня чел устал прыгать. С бочками дашь? Это же быстро, это же быстро. У меня чел не прыгает, подожди, что за хуета?
Ладно, до завтра запрыгнешь, Диман, напиши, блядь. Сейчас, я не прыгаю. А куда он не может запрыгнуть? Куда, где? А, вот, все, у меня... Мне пришел человек, Лер. Одышка была. Я... У меня Кенти прыгает, алло! Вадя, смотри на него. Что, запихало очень много пороха, чтобы они медленнее... Смотри, смотри, сейчас сюда, смотри, смотри, смотри. И, Мари, разгон взял? Почему, типа, нырнула? Мы договаривались, что мы не выпускаем трейдеров, а я, типа, была трейдером. Обо мне должны были знать, по крайней мере, Макс и еще кто-то. Я не знал, что это трейдер. Они не знали, в этом вся фишка, да. А, ну я же, он же видел, что я сбегала на корабль, и он взорвался. Макс, как так? Ой, хорошо. Вась, перегровочку видишь, смотри, Вась. Как-то. Кстати, Рома забрал мой топор, как я поняла. Мари, он... Сейчас я тоже к вам запрыгну. Не, так нечестно запрыгивать. Ловите, лови. Лови, лови. Нечестно запрыгивать, снизу запрыгни, снизу, Наташ. Сейчас. Кто не начал игру еще? Сейчас, Вадь, смотри. Рома. А как, вы типа бонихопили, ебать? Нет, просто прыжок. А как просто, типа, как это прыжок? Как это, на пробел? Это пиздец, Натосик, это такие технологии. А ты сможешь так? Может быть, вот так сделать? Какую мы карту играем? Тут нужно запрыгнуть, потом сюда. Я какую карту? Какую третью карту? Маяк, чтобы три. Давай новую. Давай. Вадя, за мир, пожалуйста, не выкидывай уголь. Ну, если я буду трейдером, я тебя подмигну, короче, выкидывай. И что? Ну я выкидываю, блядь. И что? И что? Большой член во рту, и что? Я сосу член, и что? И что? Ничего, Диман, нормально. Заводи, Рамой. Да. Максик, а ты купишь, да, потом этот ключ? Да, я купил. А какая у нас карта будет? Последняя. О. Блин, здесь я не буду тратить. Я битбокс одно лет, со стаж. И что? И что? И что? И что? Вадя, чекни такая, я тебе проведет. Вадя, во сколько у тебя завтра Мангас? 17. А у тебя? Я завтра не смогу, наверное. Мне завтра. О-о-о, пиздец, блядь. А меня Вадя вообще не звал еще. Так я всех позвал, кто в Дискорде. Кто-то может здесь? Не. Все, кто в Дискорде. Я могу. Вот я не смогу. Вот, смотри, снимай фотку в детстве. Хорошо, Вадь, как скажешь, приду, если зовешь. О, ты придешь? Да. Ебать, Ромчик, это ты. Вау. Да. Мутись. Алло, ну бэбэ тут? Как у меня Сашка и Кашка, бля. И какашка. И твоя мамашка. Опа, ой, блядь. Куда-то обидно уже, блядь. Это грубо было, блядь. Это грубо. Это грубо, я считаю. Так. Ребята, у кого-то есть пятерочка? Я дала пятерочку. Да пятерочку. На, скинул. Могу шестерочку дать, наверное. Это не пятерочка. Еще не скинул. Понятно. Лерон тройка, а по жизни шестерка. Хорошо. Спасибо. Наташа, за место в Дискорде. Ой, я тр... Наташа в начале игры... Я с Вадей трейтеры. Ой, я трейтер. Что, заново будем играть, может? Ну, вообще, по-хорошему пересоздать. Давайте заново, Наташа. Да я ж, это шутка, блядь, была. Да нахуй ты меня бьёшь, на долбоёб. Это вкид, ребят. А зачем вы дерётесь? Вадь, да нахуя? А, ну, Наташа, да. Трейдер, давайте пересоздать. Да, я вкинула, Вадь. Да нет, она сказала, блядь. Я вкинула. Я даже не услышала. Давайте заново. Вадь, я... Подождите. Я вкинула. Какая шутка, блядь. Я вкинула. Это правда, блядь. Она по-любому трейдер. Я вкинула, Вадь. Подожди, ей позвонили. Ну, она сказала, о, я трейдер. Кто поджёг, блядь, алло, да ёб. Забайтен. Кого поджёг? Жопу твою, блядь. Жопу подожгли. А, ребята, я говорю, это байт был, это байт был. Да, да, да. Я да, просто да, вкинул, да, Вадь. Блядь, а я говорю, говорю и без игры. Алло. Наташа. Почему я, блядь, за рулем, когда у меня уголь еще в инвентаре, шо, блядь, сука? Шо? Подбеги к центру корабля, подбеги. Ну, я бегу. Подбежала. Алло, кто, идите сюда. Где на, возьми уголь. Где ты, Вадь, ёбаный?
стой, стой, стой на месте. Да, стой, дай я тебя проверю в прицел. Смотри вверх, смотри вверх, Наташа. И что? Че ты отошла? Да куда? Зачем? Нет! Подите меня, брошу. Подните его, блядь, нахуя вы руините игру? А чё, нельзя? Я не бедошу. А чё, Вайт, на меня хотела приземлиться? Даша так не думала. Ты хотел на меня прыгнуть? Да. Так это реально не ты? Честно, ты честно, не Вайт. Нет, не трейдер. Блять, а нахуй ты пизданула, я игру руиню. Я Ромчика 4 раза ударил. Не, это была шутка, я просто вкинула, типа, чтобы забайтить. Ну, забайтила же, правильно? Пиздец. Да, я думал пересоздавать. Не-не-не. Ну, пиздец, у меня теперь хп нет. Я тебя вылечу, я сейчас буду этим охотником. Ой, я уже не охотник, я кто-то другой, ну, в общем. Сейчас я найду тебе пищу. Пропитание, так сказать. Вадь, ты где? Ты вообще туда побежал? На! Тюленчика захаваем сейчас. Турыц, турыц, турыц. Бадумс. Ту-ру-ру-ру-ту-ту. Ту-ру-ру-ру-ру-ру. А что вот этот звук сейчас был? Вот это типа завелась машина? Наташ минус Макс? Блять. А у нас минус Макс, походу. А, у нас да, Макса нету. Деп. А как так? Перезапускаем? А что с Максом? Какого в Дискорде нет вообще? Угу. Он его минусы нет, видимо. Ну похуй, играем, давайте уже доиграем эту игру. Кто есть? Anybody here? Алло? Если что, вы без меня, у меня интернет упал, у меня с игры вылетело. Можете пересоздать, можете доиграть, в целом похуй. Давайте пересоздадим. Давайте пересоздадим. Да мы только что за... Да, давайте пересоздадим, реально. Давайте, мы у нас только начало, похуй да. Вообще. Да, у нас согласна. Только начало. Вадя еще всех отпиздил, блядь. И Вадя еще трейтером был, сука. Вадя трейтером... А, нет. О, я Почеромчика убил. И я была трейтером опять. С Натахой? Это было очень подозрительно. С Натахой? Блять, вот, сука, задумайтесь. Дима, нет, Рома я говорит, хуй. Рома нет, говорит фразу, я трейдер. Лерон говорит, и я трейдер. Ой, блядь. И Дима говорит, с Натахой? А я не слышу. Сука, ебать. Заходи ко мне. И что, большой член, и что? Курю каждый день, и что? Натахой? Лерончик, дай кинта с лопатой возьму, пожалуйста. Лерончик, дай кинта с лопатой возьму. Я забрала кинта с лопатой, извините. Ебать за лопату. Ну, меня забрали инженера, так что зря. Кто забрал капитана с иншлюхи? Охуел? Ну, бля, без обид, братик. Я вам ломаю корабль. Это правило, братишка. Ну, давай поменяемся, блядь. Ну, давай поменяемся. Я тебе даю рыжего хуесоса. А как поменяться-то? Выбери доктора. А как? Я понимаю, как выбрать? Ну, к шкафчику подойди, Степашка, ты ебаная. Наташ, мы уже все вышли, если что, и зашли в новое лобби. Кто кока взял? Жми, отключиться, потом... Кто кока взял? Кто взял кока, сука? Действует, Вадь, до сих пор? А? Кто капитан, тот сын шлюхи, действует до сих пор? Вот теперь нет уже. Охуеть. Пригласите меня. Не, ну, братик, когда я не капитан... Че? А нахуй тебе капитан, если ты не рулишь нихуя? Хуй сос или что, блять? Не, он рулит. Рули нахуй. Ну опять не охотник, ну ёбаный! Ну я не могу, блядь, с лука стрелять! Давай поменяемся, давай, Лер, спасибо. И что, курю каждый день, и что? Выбери другую роль. Ха-ха, забрал кока, блядь. Выбери другую роль. Забрал кока. Спасибо. Бум!
Палах, на ныло. Долбою, ебаный, блядь, лысая хуй. 7 из 8. На ныло. Меня не трогай. А, слышишь, не зашел. Алера хорошая. Нет, я уже тут. Уебище. Ром, запускай. Ром. Да, запускай. А вы хуй, сусы, ебаный. Что сзади крепишь, нахуй? Ебота, ебаная, нахуй. Иди, сука, шашлыки жари, нахуй. Поебота, нахуй, салаты делай. Хорошо, дайте помочь? Сейчас удара вынесу. Хуйрыга. Баня, все ебала, нахуй, смегли, блядь. А чего ты лорд Гузлика не трогаем? Мне кажется, его нужно выкинуть. Ебашим его, сука. Не трогайте. Мне кажется, его нужно выкинуть за борд. Забыли. Ребята, всем желаю хорошей игры, приятного настроения и чтобы у вас было все хорошо. Ебальник закрыл. Привет, хуесосы ебаные, блядь. Обрыги нахуй. Ебать, чел этот. Расстройство личности. Стоп, подождите. После 10 идет валет? Да. Да. Я думал, Рома. Валет... Вон. После пятерки идет Валя тогда. Нормально, братик, нормально. Мне не хватает нихуя. Сука. Вот мне сейчас как раз дали, так я и отдаю, ребята. Ладно. Да, это ж... Стрим, понятно. Как раз дали, ребят, так и отдаю. Понятно. Хуесосы на корабле. Да у меня бы десятки не было, ребят. Замуться, сучка. Саташ, мут. Мут. Я в муте! Нет, я не в муте. Не пиздите-ка. Ебать, почему я в пизде самый, сука, появился? Я сейчас начну резать нахуй с ножа. А кто опять режет? Нахуй. Я спиздил верстак, Роман. Достал верстак, поставил вот так. Короче, эй, вы, долбоёбы, хуесосы, обрыги. Я ваш капитан. Нахуй. Я ваш маму. А что ты постоянно капитана берешь? А почему ты постоянно капитана берешь? А почему ты постоянно в руки? И за руль не встаешь. Почему у нас за рулем Катя Клод, блядь? Я закинула еще уголь. Водила. Ярик, блядь. Ярик водила, блядь. Почему у нас Катя Клэп за рулем? Что за хуйня? Тихо, я кладу. Катя Клэп. Опа, а что это Ромчик сделал? Хуесосик. Да, уголь положил, я сказал, что уголь положил. Да-да-да-да-да, Ромчик. Попизди, блядь. Вай, ты трейдер? Чаёчек будешь? Да. Да? Отравленный? Припасы скинул. Как я успел бы припасы утолить? Сразу мёрзну. Но у тебя могла в сундуке... А есть вода не холодная? А, ну я об этом не. Или всё холодное? Тогда да, мы побежали, сука. Чуть-чуть. Зачем вы... Боже, ладно. Попробуй. Капитан Хуйлан, блядь. Капитан хуй... О, это я ж капитан! Не знаю, кто-то реально там побежал, слышите? Ну, первый. Я побежала. А, ну все, понятно. А что, в чем проблема? Я в прошлый раз тоже побежала. Вы заебали, все пиздец. Алло, что, скучно, да, конечно? Я доктор. Что нахуй. Гоните боеприпасы. Пиздец. У нас на капитане скрутит Макдак, блядь. Чё за хуйня, пиздец? Предлагаю убить и выкинуть. Охуеть, блядь. Предложение нахуй. Хорошее. Я доктор. Я доктор, блядь. Вать, я могу тебя вылечить. Понял, блядь. Вылечи себя, нахуй. И что? Курю толстый член. И что? Или большой, блядь. Да похуй. Скиллзор, опа, разделываем трупик, да? Хуесосик. Ебало. Хуесосик ебаный, да? Говнарик ебаный, блядь. Ебало, ебало. На, Диман, блядь. Потому что знаешь, почему Диман в другое место пошел? Потому что он хуесосик ебаный. А то, что в снегу зарыто, это типа можно вырыть только лопатой? Это можно выкопать. Только идиот. Слышишь? Кто лучник? Ладно, я шучу, я же любя. Я любя. Токчник. Токчник. Я любя.
Правда говорю. На стрелы. Вать. Что за хуйня? Куда исчез? У меня он вообще... На стрелы, блядь. Ну хуя. Мне похуй, блядь. Пошли. Да я иду. Нижние колеса. Давай, беги, сука. Давай, блядь, беги нахуй. Обоёб, пошли. Куда, блядь? К маме твоей. Расскажу, блядь, какой ты шалунишка, блядь. Ой, я мёрзну. Ну всё, я сейчас умру. Да, прям сейчас умрёшь, нахуй. Плюс 30, нахуй. А чё, Ромчик? Ты Ромчика подозреваешь? Или Ромчика? Тебе похуй? Мне чё похуй, блядь. Кого Ромчика, блядь, сначала? Ромчик. Хуйсоса, блядь. Ну зачем ты на него кидаешься? Ну ладно, деньги. У тебя муж токсик, блядь. Я не буду больше отзывать. Он не мой муж. Я не её муж, блядь. Я якобы... Чей-то другой, да, наверное? А давайте медведя захуярим, бэ. А давай, не, бля, один на один выскочишь долбебиком. А я уже выскочила один раз. Потом под ним как? Лежала. Как, выскочила обратно? А как ты так? О, понял. Ну хватит! Ебать, с неба прилетело, откуда-то пиздец. О, ебать, меня Наташа бьет, Наташа трейтер. Угу, давай, давай. Ну хватит, мне опять Вадя пиздит. Ногами. Ну помогите, это блядь. Вадя. А, я с двумя трейдерами пиздец, связалась. Наташа прикол, трейдер. Прикол, 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 прикол. Мне опять повезло. О, Рома, ты... Не с теми ребятами. Слышь, Вадя, тут Наташа к члену подошла, вот этому на трупу, и типа... Охуеть, блядь. Начала головой вот так дергать вперед. Понятно, нахуй. Неправда, пока, неправда. Есть жилки? Только по-другому есть. Три надо. Пук, пук, пук. А это что, опи? Он меня типа лечит, да? Я вот забыла. Он меня какую-то часть здоровья лечит, я так понимаю. Блять, открыл, сука. Залутал. Так не забирай ничего. Я ничего не забрал. Трейдер, пожалуйста. А куда мне делось мясо? Если ты трейдер, на порох тебе, чтоб ты всех убивал. А дай мне, я не трейдер, но дай порох. Скинь мне. Из двух стейков тобой, приготовилось тобой, одно? Слепай, ты хуйня. А, вижу. Окей. Чё, Наташ, ты сделал это? А, жир был, понял. Что, нет, конечно. Наташ, вызвала, красотка, ебать. Я? Да, ебать. Не, я не, все не. Видел, я сверху. Ты кость не видел никакой. Полил. Не иди туда, не иди туда, я... Там враги. Где враги, наверху? Да, там ты кость использовал, Вадь! Тебе не стыдно вообще? Ты думаешь, что я не спалю тебя? Да, прям на лестнице нажал кость. Нет, когда ты спустился, Вадь. Ну ты что, глупенький что ли у меня? Дай дерево. Да не бери там ничего, блядь. Сюда, моё. Бамс-бэмс-бэмс. А что ты собираешься сделать? Бочки собираюсь делать, еблуша ты, сука. Я тебе вообще-то досками, блядь, делюсь с тобой, ты нахуй. Так давай, кентафарик, блядь, ну, надо. Ну давай. Челобасик. Ползет, сука, червяк, блядь. Тебе три... Подожди, костер. Сейчас. Внизу туда спускайся, подожди костер. А чё наверху не поджечь? Ну здесь я могу поджечь. Только мою жопу поджечь можно, нахуй. А камней нет у меня. Бро. Брозай. Ой, блядь, пошли вниз, нахуй, ты заебешь, блядь. А я поставила костер здесь. А, нет, не поставила. У меня камней нет. А тут есть печка, зачем костер? Я не знаю, я говорю, подожди, пойди. А зачем? Стоит.
А, печку подожги. Ты сказал, костер, блядь, разведи. Одна. Снова курю. Надо этот, если надо резать, можешь собрать. Ой, блядь, надо патроны. А вокруг тишина, где-то я за основу. А шприцы стакаются? Нет. Снова курю, мама, снова. Бочку делай, ебуша. Ну ты мерзкий скин выбрала, блядь, конечно, это просто пиздец. Почему? Ну, блядь, потому что Ванёк на нём играет. Так. Ебать, глаза еб... А чё ты такая нагнутая какая-то? Осаночку держи, ебать. Ну, давай, выйди с верстачка, ёбаный ты. Так, делаю бочку, бочку делаю. 5 дней до свежей бури, пиздец. Да не такая вообще. Сейчас не свежая, блядь. А у вас есть слитки, слитки, слитки? У вас есть слитки? Дай бочечку, ты ебучечка. А зачем? Бочечку мою кинь. Нет, чтоб ты потом все в море скинул. О, нет. Какое море, блядь? Куда нахуй? Это мои были бочки. Ну ладно. Чтоб ты все их скинул? Я не буду никуда кидать, я мирный, сука. Погрейся вот тут, иди, блядь. Сейчас иду. Сейчас я принесу доски. А у меня были доски, Вадь. Ну, только мало штуки. А куда у нас Ромчик свалил? Свалил нахуй. Да. Ты вроде бы... Что? Ты вроде бы должен там еду в дом приносить. Где твоя еда, Вадь? Я бочки делаю, сука. Shut the fuck up, bitch. Блядь, с твоим этим... скином нахуй лучше вообще не разговаривать, мне кажется. И похуй, что ты... Кто там водила, блядь? Дай одну видеокарту. Одну видеокарту дай быстро. Сейчас, видеокарту дай. А у меня нет видеокарты. Быстрее, Бразер. Блядь, вообще... Чела нет видеокарты, пиздец. Как ты стримишь, блядь? Да нет, у меня видео... У меня было 3, я все сделала. Блин, я заблудилась. Куда нам надо идти? А где корабль вообще наш? Ну мы, по идее, оттуда пришли. О, домики там какие-то. Вать, пошли! Домики там, ребята, там домики, блин. Я пищу кролика. Вать, мы сейчас поедим. Зачем? Не бей кролика. На! Чё долбоёб? Беги сюда, еблуша. Чё можно выкинуть? Оху. Куда? Вать, ты где? Ау! Вадя! Вадь! Вадя! Вадь! Кто-то умер. Вадя! Пропал. Вадь! Сука, блин! Пропал! Хуй знает, мне вообще тут ничего не надо. Бочку ему надо было ему отдать. Чё я не отдала бочку, блядь? Сука. Чё выкинуть? Чат. Ничего, пусть так и будет. Порох может еще пригодиться, чат. Порох выкинь. Я же могу потом патроны сделать. Или мне это нахуй не надо. Потом, типа, после этого оружия. О, Скиллзорыч! Скиллзорыч, здорово, 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 бро, здорово, вот бро. Леру убили. Леру? Да, я не знаю, кто я вон туда вон лазил наверх, вон туда. Вот туда вон. У меня Вадя куда-то проп... А, Вадя пропал.
Он понял, он на костю улетел на спринте. Я только доски. Я только доски взял. В смысле, чего ты взяла? Ну, потому что он был со мной и пропал внезапно. Хм, странный чувачочек ты, конечно. Вообще пиздец, реально. Ну ты реально странный. Блять. Нихуёво. Типа хз. Можно как вариант сделать вот так. Видеокарты забрать. Чик-чирик, пук, а потом поедим. Зато как залутаемся. А поесть и... Ты кто? Лера, да? Вы тебя убили? Как тебя убили, Лерочка? Даша меня убила. Даша? Да. Вот ж залупа. Лела у меня забрала и все у меня забрала. Поняла тебя. Но я ей отомщу. Зачем тебе капканы, чтобы бросать? Чтобы бросаться жестко. Вот так вот. Сейчас я... Ну, бросать, типа, под... На кого мне... Вот, например, вот сейчас вызвали, пизда мне. Не убивайте! Я же мирная! Кто-то тут есть? Челобасина? Алло? Кто тут? Я. Кто тут? Я. У тебя есть трава? Короче, травка, поход... травка есть? Две штуки. Нет, не-не-не, походу это походу Вади и Макривский. С чего это? А я сейчас подзорную трубу и смотрел, а Рома говорит, я им весь корабль бочками заложу, и Вадя говорит, что-то там. Ну, короче, они вместе там. Не-не-не-не-не-не-не. Ну, не веришь, я тебе могу трубу сама посмотришь, я тебе покажу, куда сама посмотришь и послушаешь, ты меня не веришь. Не, там этот же, Даша трейдер. Ну, либо, бля, я не знаю, но Макриски хочет, я тебе говорю, они сейчас взорвут корабль, можешь мне не верить? Ну, я тебе говорю, что Даша убила сейчас Леру. Только что? Да. До этого. А, погоди сейчас. Ага. Может, тогда Рома и Юичка? Ну, я... Макс, а нажми на С. Нажимаю. Да не я трейдер, блядь. Ты... Да, Лер. А, у тебя же ни хуя нет, да? А, не, он у меня есть, а чуть надо. Травка есть? Две штуки. А, этого нет. Я как раз два антидота делаю. Ладно, я вам уголь сейчас оставлю. Что вы осуждаете? Ну, только человечину. Не, человечину не хочу пока. Так ты можешь есть ее. Не хочу, но не, лучше обычно. Ты замерзаешь, пойдем я капитанскую растоплю, если надо. Блять. Она быстрее. Ох. Нет. Как открыть этот, блядь, бурундук сундук, ебаный боб, бочка, как открыть? Бочка, блядь, закрыта. Как? Походу, Юечка принесла.
ЛКМ? Что ЛКМ? Понятно. Похуй, пусть тут... Не буду я больше угля собирать. Никогда. Может, поедем, Лер? У меня там два угля лежит. Угля вообще. Чик-чирик. А смысл? Я по-быренькому. Чик-чирик. Пойду волка заебашу, может, найду что-то. Ну ладно. Что мне вообще приоритетнее делать? Игру удалить. Блять, пиздец. Вот и старайся так. Вот и учись во что-то играть, блять. Чему-то новому. Не получается. Пошла нахуй! Ну так всегда и по жизни, блять. Да. Алло, есть уголь? Не, пока нет. Да, у меня есть одну штуку. Одна штука. На кого-то вызвали. На меня могут. Давай, беги за мной, беги за мной. Нет, вроде бы не к тебе. Нет. А кому? Мне нужна кожа. А, да, я думаю, бля, у меня жилок нет. Ну, кожа есть. Ну, сумку, да, мне сумку пиздец как сделать надо. У вас есть? У вас есть уголь, девочки? У меня есть одна штука. Ну нет, нахуй. Так, я полезла наверх. Ну, у меня вообще в целом три. Ну вот, поплыли на трех, чуть-чуть еще вперед поплывем. Давай, давай, сейчас я. Я просто не знаю, как бочку открывать. Я все того ебала. Я открыл бочку, я выложил уголь, если что. Два угля там было. Да, это моя. Как ты? Отдашь бочку мне назад, на базу? Да, да, да. На ЛКМ ее открывать. Не клади бочку в следующий раз. На, где-то. На-на-на. Зажигай. Прям сейчас? Да-да, зажигай, я зашел. Давай. Закинь уголь, так я же закидывал, в смысле? Нет? Куда плыть-то, блядь, прямо или направо? Ой, блядь. Я уебал, случайно. Ничего, у тебя доски есть, доски есть? Я сейчас гвоздь сделаю. Да-да, есть, есть, я там что-то. Ты где? Под лестницей. Прям тут-то. Там у нас нос корабля тонет. Да, я дохуя сейчас гвоздей делаю, уже 6 гвоздей. Тебе гвозди скинуть? Или ты мне доски скинешь? Я тебе доски скину. Все доски, а, надо. Тут еще 4 доски. 4 доски? У меня есть, у меня 10. На, oh, на. Кайф. Я потом доски. А где сломалось? О, впереди, вот тут. Две дощечки надо. Блять! Чиню. Алло. Далер. На корабле? Да. А что-то еще течет. Что-то еще течет, бро. А что еще течет? Можно поплыть, у меня много угля. Давай. Я сейчас давай, сразу за штурвал. Давай, сейчас подожди, я фейкану. Ой, а у меня покушать ничего нет, сука. Я фейкану доски, стой. Подожди, у нас сломан корабль? Да. Да, у нас Макс его разъебал. Ну, нечаянно. А где все угли?
Ой, точнее, где все гвозди? Я здесь оставляла дохуя гвоздей. А, не знаю. Макс пиздил, наверное. Мы не можем плыть, у нас сломан корабль, Макс. А, на нем вообще нельзя плыть? Ну, можно, но медленнее будет плыть. А-а-а. Лера, у тебя покушать ничего нет? Если что, я одну доску просто закинул. Я особо ничего не покушаю. Я не умею жарить. Это, Наташа, если что, этот волк, не бойся. Да, окей, сейчас. Шестеренки есть у кого-то? Че, Наташа, ты чинишь корабль? Нет, у меня есть шестеренки. Я нашла один гвоздь, блядь. Чини, ты сейчас поем. Блядь? Я нашла. В принципе, готов. Я починила. Найс. Мне нужна еда, есть еда? Лер, давай я тебе отдам гвозди и доски. Лерка. Даш, я тебе здесь положила в верстаке этот, одну жилу и одну этот. О, спасибо. Вот. Спасибо. Тебе только жила. Давай я тебе дам гвозди. Или вы починили уже? Давай. Я починила. Гвозди и доски. Починила, а, все, окей. Макс, за штурвалом? Макс. Остакается еда. Да. За штурвалом? Я доску заебись. Подожди. Иди, фейкуешь? Да-да-да. Опять на кого-то вызвали. А есть плохая удивила? Наташа, я отдала. Я все съела. Сори, бразер. Так, ждем, у меня 7 угля, 6. Минут 1, кто умер? Ну хули, блин. Умер. Да-да. Ха. Ля, хули они там стоят? Не выпускать? Нет, не выпускай, она трейдер, она сама выйдет. Тебя что, отпиздили, что ли, Даш? Да, блять, я не ожидала, что они возле этого, возле маяка тусят. Ой. Ой. А кто второй у тебя? За что? Второй? Наташа. А, что? А вы не знали? А, что она сказала? Я второй трейдер? Да, ты второй трейтер. А, понял. Бля, я думаю, что еще одна для лота? Да? Угу, прикольно. Встаешь, Макс? Да. Да, иди за Кольку доплыть. Макс, а зачем ты сказал, что Рома с Вадей говорят по поводу бочек с порохом? Ну... А что у них с бочками? Что за бочки? Да ничего, там бочки с углем, и мы, я думал, что я пришел к ним, оказывается, короче, трейтеры — это Скиллс и Юечка. Зачем ты за Кольку кинул? Да, я скажу. За Кольцу куда ехать? Просто Тиман, но мне кажется, что не про бочки с порох. Бля, ну Макс, ну это пиздец. Лево руля, лево руля, Макс. Я была, что ебануться. Лево руля, Макс. Соли. Какие соли, Макс, направо. Что, теперь право, право. Соли, Тиман, говорю. И прямо. Капкан перед Юечкой поставить сейчас. Просто, Тиман. Но... Она это увидит. Рома просто фразу сказал, я им типа полный корабль, типа бочек ебанул. Что ты дашь? И я не дашь, знал, Шуль? Чего, блядь. Ну, и плюс их две ночи не было. Так не, они убегали туда, ну просто Лерона-то убил, Лерона убила Аюечка, понимаешь? Макс, право! Да даю право, он не так быстро поворачивает. Мы сейчас, блядь, все вообще с Жаном. Шучу, нормально, живем. Выпустите меня, кто меня выпустил, хотел? Все. Наташа, если есть ключ, то может выпустить. Есть? А у меня стоял кто-то и выпустить не смог. Юечка ушла, аккуратней, Юечка ушла. Да. Это очевидно было. Я же говорила, Дима. А, она же улетит, да? Да, я понимаю. Ну, на всякий, может, ее кто-то выпустит, я не знаю. Просто, Макс, из-за этого мы думали, что ты с Юечкой, понял? Наебали, что я могу поделать? Да, я прошу еды уже полчаса, нахуй. Только я Наташке дала 3 мяса, она не дала тебе? Не, я все съела, сори, бро. Вам нужно бежать на пол, вам нужно втроем бегать там и все. Вас очень много на корабле, ребят. Да, мы бежим. Так вы знаете, где они? Они справа в пещере, у выхода айсберга. Не знаю.
меня две... У меня три. Ликса открою. А! А Дима в тюрьме, блядь, я скипнула это. Я говорю, я половину уже сплю, все, пизда. Я половину инфы вообще просто пропускаю мимо ушей. Диман, а ты в тюрьме? Да, выпусти меня, пожалуйста. Ой, извини, пожалуйста, я что-то подумал, что ты просто на корабль тп-шнулся. Не-не, я тп-шнулся. Сейчас, а где ты? Я здесь. Чё? Блядь. Сейчас, Дим. Наташа, у тебя ключей нет? Есть. Так, а ты можешь меня выпустить? Да, сейчас. Я просто где-то его оставил. Чё ты бегаешь? Так выпусти просто, и все. А, вот ключ есть, да, в инвентаре сейчас. А где Макс? Вот этот... Блядь! Сейчас. Ты где, Дим, это ты? Да, я один только. Я просто... Макс, нужно на помощь Ваде бежать туда с Ромой. Сейчас проплыву. Надо, надо бежать на помощь, поздно. Они сейчас их разъебут там вдвоем. У них на тему пиздец. Мы пошли. За мной, гоу тотема сломаем. Бля, поздно, стой, не затыкай. Я здесь. А как меня вылечит эта хуйня сейчас? Я здесь. Типа вот этот шприц. Шприц. Сюда. Что он сделает? Не, я по правой стороне иду. Блядь. Он вылечит меня? Давай к тебе. Там просто слева, справа медведь, Максим. Давай, я иду. Да. А опиум лучше или шприц? Похуй. Тырюк. Куда вот они ушли? Ребята, вы куда ушли? Алло? Я здесь, я делаю гвозди просто. Умничка, сейчас я короче, за едой. Я ж повар, блядь. Я пошла хуярить я тюленей. Ну, в смысле, в ГТРП, естественно. Ну, блядь, я опять замерзну сейчас. Моя роль, это... Забивака называется, забивная... кроликов. Я вообще, блядь, одни травы должна собирать. Иди сюда, ты! Фу. Ебать. Полезно. Ну не. О, кролик, иди сюда. Ты. Кролик. Доверчивая такая зверюшка. Вот так-то. Нет. Дайте мне голос. Я на корабле. Алло, я на корабле. Во, на корабль. Алло, идите так. На корабль. Иду. Алло. Что? А почему? Что случилось? Потому что мы кричим, кто на корабле, мы не видим, куда так бежать. Так вас не слышно, блять, алло! Да. Мне похуй. Короче, сейчас после этой волны я закидываю этот уголь и плывем как только, сколько можем. Да. У нас дохуя угля. У нас, да. Макс! Как вы убедите угля, нет? Нет, он убежал. Катя, Клэп, долго еще будешь вариться? Я говорил, что мы делаем взрывные бочки. Мне бы а еда, мне показалось, что бы ты еда. Сказал, что типа полный корабль сейчас бочек ебану. Я думал, ты про бочки с порохом. Красава, Макс. Лутай сундуки под водой. Это там, откуда я пришла, типа? Не, уже нормально. Дашь еду? Лер, можно тебе застакать гвозди? Станьте за штурвал, срочно. Я запускаю, прям уже. Да. И управляйте. Иду. Я могу встать за штурвал, у меня фуль. Окей, чат. Я тоже фуль. Есть еда. Давай, поехали. Я готовлю, братик. Я знаю, где Татьяна спрятана. Соли, закидывай больше, не закидывай. Один стейк. И прямо ебашечка. Я вижу. Нам надо плыть. Запомни дорогу, сейчас туман будет, запомни дорогу. Нам надо плыть, сейчас метель опять будет. Просто запомни, просто прямо ебашь. Ром, а, нет. Хорошо. Макс, это пизда. На. Есть еда? Чуть правее, Макс. Я дала все, что у меня было. Спасибо. Они сейчас будут сюда идти, им нужно крамать, ребят. Но еще не нужно, нам надо еще просто не нейтрализовать. А вы пистолет пиздили у Юечки?
Да. Как он не умирает? Я ж прям по черепу уебала. Хорошо идешь? Там оружие прыгает, да, иду. И цифры скажу сейчас. Так, где оружие? Вы говорите, под водой, сундуки под водой, сундуки под водой. Ну все, нахуй. Потерялся. Куда идти, направо, налево? Вот я смотрю прямо, куда? Байт. Это корабль? О. Что, заяц? Заяц! Волк. Умер. Выживает сильнейший. Бразерс. Ну я так и знала, что нет сундуков под водой. Это была бы какая-то пасхалка, которую мне бы рано или поздно все равно рассказали. Блин. На меня вызвали. Блять, ушла нахуй за кроликами. Они в воде нахуй не плавают. Плавают. А, я еще все просрала нахуй. А, у меня там ничего не было, похуй. А, ребят, помогите. Натака, зачем ты одна? Зачем ты соло идешь ночью? Ну, блин, я... Аташ, сказали, все вместе играем. Простите, сыновья шлюх, блядь. Блин, ну получилось так. За тебя, Наташа, блядь. У меня хп нет, блин. Ну, я вообще за кроликами ушла. Пошла охотиться. Я ж повар. Ладно. Кролики же хотя в рот выебали. Все, я умираю, нахуй. Мне нужна еда. Да, меня выебали. Забудь, каннибал, иди, смотри. Ребят, срочно придите сюда. Идите сюда, срочно. Каждый взял по две бочки. Кто пойдет, каждый взял бочку. Я пойду, потому что у меня три бочки. Ром, вы мои бочки спиздили, все там? Нет, не все, у нас вот только бочки. Смотри, в угольный стоящий бочки. Я пошел за своими, ребят, сходи кто со мной. Да, мы сейчас все пойдем, сука, у тебя член в жопе или что, что тебе не сидится, ну подожди ты секунду. Еще все спиздили. Я вижу, бля. Диман, я тебе не буду дефить. Ребят, в угольный возьмите две бочки, пожалуйста. У меня есть, у меня есть. У меня три. Просто чтобы у каждого были бочки, что если кого-то убьют, чтобы... Юечка, вот, Юечка перед нами. Она стреляет. Попал один хит. Я пошла ее руками пиздить. Ебите сучку. Где она? Она убежала на кости или что? Не-не, вот она, вот тут за камнем. Она не может на кости убежать. Она убежит на кости, забей. А, кот, кстати, слышите? Сама, блядь, сделала. Ну, я сама сейчас открою. Алло. Куда вы расходите? Здравствуйте. Да ищем Юечку. Ребят, на корабле кто-то останьтесь, пиздец. Да. Я не могу остаться на корабле, у меня бочки. Что? Охуенно. Тотемы? Внизу дома что находится? Ты чё нахуй уснула, блядь, или чё? У меня дохуя... Не знаю. Там подъезды. Наташа. Есть цифры какие-то? Внизу дома нотариус, да? Какой нотариус, хорош. Блядь, ты долбоёб? Нихуй нашпилишь. Еблуша, извините. Есть цифры? Да, есть. Пошли. Иду. Я просто... Нажми все свои цифры. Сейчас. Ноль. Два. Шесть. Нажала? Нажимаю. Какие у тебя цифры? Открываю или не открываю?
Какие у тебя цифры, скажи, чтобы 1, 0, 2, 6, 4, 9. Блять, нет, твои цифры какие? Какие ты поставила отсюда? Какие ты поставила? Свои цифры какие ты поставила? Все поменяла. Ты все поставила? Это все твои цифры? Это у тебя над всеми цифрами горит циферки. А. А, не, вот, 6-9 только. Ты поставила только 6-9? 6-9, да, вторая шестерка. Сейчас. Где 9 вообще? Вот это 6. Вот это. А 9 вот тут. Вот так. Ты поставила 6 и 9, да? Да, да. Оказывается, тут цифры есть, я никогда не видела. У тебя нет больше других цифр, да? Других нет. А у тебя есть 2, да, еще дополнительные? А у меня одна, блядь. У нас не хватает одной цифры. Mm. Ну, просто на рандоме чик-чирик. Да, чик-чирик, 3 цифры, да? Пиздец. Очень мало комбинаций, блядь. А, понял там. Угу. Хуёво. А у тебя есть что-нибудь, типа, кувалда? У меня просто 0 припасов, вообще нихуя нет. А дай мне кирку, пожи. У тебя есть кирка? Ладно, ничего не надо. Я сама себе добычица, мне похуй. 1-0 первый, говорят! О, не-не-не, это чат говорит. Ладно, блядь. Сука, вы меня недооцениваете, чат. С учетом того, что я вообще просто плавленная в говно, я, ну, типа, все равно, ну, я... Нихуем деланная, блядь. Сейчас разберусь. Угу. Ючку пиздит. Быстренько ее поставлю на место. Ручками. Эть. Бегу. Еды нет? Да и что? Сейчас подниму. Блять. Ну, было хорошо. Аугмент это... Ну чё, как, Дашуль? У меня лута нет. А, у нас Наташа корабль оставила. В смысле, я корабль оставила как-то? Нет, там Вадя ещё есть. Вадя. Да, там Вадя. Ну чё меня обвиняете? Вадя, возможно, убили, я слышал гудок. Нет. Чё у Даши? Вадя вообще красава. Ничего нет. Так, я медведь сейчас буду взрывать. Она отвлекала, возможно, слышишь? Ну, вряд ли, у нее не отвлекалась кость просто. Не идите к медведю, я сейчас взорву его. Так, как мне подняться, Ромчик? Сейчас. Ну, я не знаю. А, ну ладно, пойду искать. 4-7, только что ты брал. За что ты спамишь? Я не подняться вообще. Я не помню, что я брала. Похуй. У меня дохуя угля в руках. Живой, Диман? Да я-то живой, да, но... Тут медведь! О! Блядь. А, ему похуй на меня. Помогите медведя убить. Да, сейчас. Я бегу. Блядь! Я испугалась до смерти. Он просто так... Отчаянно, блядь, бежал на меня. Яростно. Ребята, а у вас есть бочка? Да. Где Ганнибала еще? Не нужна есть бочка, блядь. Я разобрала Ганнибала. У меня просто дохуя углей, я не знаю, куда их положить. Может, тебе дать? Никогда не падаю. Заберешь у меня пару углей или... А, или ты мне даже бочку дал, логично. Ну, кто я? Ну, я сейчас замерзать начну. Разогрей буржуйку. Давайте две пустых бочки забирай. Снизу все собрали, да, по углю? Нужна еда, ребят, нужна еда очень. Именно человечина. А, человечины нету, я медведя разделываю. А где вся человечина, ребят? А, Лер, тебе нужен порох или... Да, так кто все человечина разделал? Винтики. Я разделала человечину. Где карты? У меня же игры, у меня не было хп вообще, да. Бля. А где труп Даши? Внизу. Где-то он, левее он, должен не беги за ним, там пизда где.
Блять, у меня просто еды нет. А ты человечину съела всю лирончик уже? Так там было три штуки, а у меня ноль еды было вообще. Бать, так на нас вызвали миллион каннибалов. Ну, я вот этих разлаков. Мне кажется, под конец мы нахуй умрем. Это что, охуенный помощник? Корабль бежать. А, у нас... Сделайте костер, пожарьте мясо. Иди сюда. Выключи. А, не пожарь. У меня из мяса ничего нет, я все сырое, животятину ей съела. У меня дерево есть. Зажги. Зачем мне столько, есть, блядь? Зажги, да? Камни нужны для костра. Камни, а камни. Я теряю хп. Блять. Дайте досок. Еще этот, буржуйка. Че, буржуйка? О, господи. Вы грелись, мне кажется, хотя бы, но у меня еды нет. Я умираю по чуть-чуть. Я могу только сырое мясо дать. Но сырое не крутит, блядь. Сырое, что ли, что у меня? Дай, дай мне сырое. Дай, дай. Дай, дай. У меня очень много угля. Иди сюда, костер, он есть. Камни еще надо? Так, я себе мясо подарил. У меня два угля. Там Вадя, походу, уебашили. Почему? А я не слышала звук. Он там... там цифры он подбирал на этом... На кейсе. Надеюсь, не подобрал. Ну, я ему сказала две цифры. Ну что, мы, блядь? Так, я оставила вам мясо. Ого, там бегает, смотри, на палубе кто-то. Но это не скилл, слышите, скиллза там нет. Это Вадя бегает. А, это Вадя? Ну, значит, он тебя заебнул. Ну как? Тогда взрывай. Труба есть. Да, идите, взрывайте. Где Макс? А Макс умер? Не знаю, он где Макс, нитро. Кстати? А как подобрать-то, ебать? А Вадим, вот он, как... видимо, повёт. Куда? Стоп, это... А куда он плывет? Не знаю. Ну, за рулем Макс. Или Вадя, ну точно не скилл. Хуяк! Отпиздила мясо. Ребят, ближе, чем есть. Можете не брать. А, уже есть. Да. Окей, let's go. У меня угля еще дохуя, я специально принесла. Идите домой. Двое со мной, иди на корабль. Пошли. Я пошла на корабль. А я буду смотреть сейчас, если скилза убивали, он, наверное, что, вышел что, из этого. Что, Лер? О, бочки давай! Они. Я тебе могу доски дать. А, не. Я могу тебе ключики дать. Надо? Ключ. Забери, нет. Забирай уголь. Забирай уголь. Я ушла с Ромой. А как спуститься? Обходить надо. По кругу, по Ромчик. Кругу. Да, да, вы Ромчик. Убили скилза? Да, я выебал его в соло один на один. Хорош, он идет еще раз на свой. Мы сейчас выйдем. Аккуратно. А где Макс? Я тут. Я тут, ребята. Да нет, Таш, никто не спрашивал, где ты. За что, пиздец? Я вам сейчас приготовлю вкусного мяса. А, или вам похуй же? Вам не надо? Готов, Валя горит. Чат, прочти, да я читаю же. У меня угля очень много, ребят. Натас, беги на корабль. Бегу. Сейчас будут идти, у них остался один. Он один. Вижу, иду. Он один, Валя. А, он один? Лошара, блядь. Они там бьются, сражаются. Скилзик. Так, я несу. Угаля. Я несу радость. Нам чисто доплыть осталось. Вадь, закинь. А, ты прям так. Кидай, похуй. Вера, ты тут? Да. Несу. Давай, пойдем на корабль. Правда, здесь всего один. Похуй, нормально, мы уже выиграли. Скилзорик, сынулька шлюшки, ты где? Алло. Ура, мы выиграли. Не, ну была прикольная катка, мне понравилась. Нельзя бочку? Можно бочку.
А если я тебя так, Вать? Дай по прикольчику тебя захуярю, Ватика. По прикольчику? Он Ваня! Ну, пожалуйста, не бей, не бей, у меня чуть-чуть хп, я не буду тебя трогать. Мазила, блядь. А кто утонул тут? А, скилл на корабле, кстати, рот. Ой. Стоп, а где скилл? Нет его. Я на маяке, блядь, стою. Чё? Чё, я на маяке стою? Я сейчас на спринте улечу, Вать, ты меня не застанешь. Ты ебанат, что ли? Я вот на маяке бегаю. А он на маяке дурак, что ли, Ром? Баня! Реально? Он сзади, можешь посмотреть, да, да. Он сзади. А, вон, вижу, да, бежит. Сейчас мне показала. А у вас нет, только попробуй, я тебе голову отхуярю. Не, мы даже прям нужны. Хорош, Наташа соло. А как в меня так попали, что прям с корабля... Это я попал, да. А кто? Это я попал, да. А я еще знал, что ты будешь убегать, а префайром тебя шотнул, блядь. Шотнул в полете, дуриху. Бля, скиллзор, ебать, я тебя воткнул, бля, в лед, нахуй. Ты долбоёб, у меня бочка не взрывается на ПКМ. Ты... Я не знаю, как ее взорвать. Ты долбоёб, она придурок, она полчаса взрывается, ясный хуй, блядь. Да, она долго взрывается. А ты что, обезрезил бочку? Да, он подпалил бочку и идет. Я прыгнул, выстрелил, убил его, обезвредил бочку, выкинул воду. Лошара, ты объебанная, блядь. Ватя, что ты мне пиздил вначале? Прикольчику? По прикольчику. А я скажу. Так я сейчас увижу на карте, блядь, в смысле. Я по всей карте их расставила. Ребят, спасибо огромное, что пришли, пиздец. Да, спасибо. Ебать, ну деньги ты знаешь, что скидываешь. Угу. Какой-то тема было, да? Ну, 20, но вы поломали много. Ебать, Даша такая ёбнутая пиздец. Говорит, ага, вы мои тотемы все равно не найдете. Мы бы выиграли. Короче, ебать, скилс, ты такой очкошник ебаный, тупой. Мы когда Дашу должны были бежать, убивать, тебе надо было сзади нас бежать и начинать нас хуярить. Алло, я не знал, что она там, придурочная. Ты очкошник, бля. Ты очкошник, бля. Ты заебала, вы запутались и думали, друг на друга гнали, придурок. Я в ротик выебал, ебать. Тем более, пока ты его нес, я бы тебя убил, только была темно. Сори, я не могу. Меня жестко очень плавит. Смотрите, какие у меня синяки под глазами. Я безумно хочу спать. Просто... катастрофически.